вами будем сегодня слушать докладчиков. И, значит, мы сегодня проводим в рамках, значит, стратегической конференции «Образ будущей России глазами патриотов» тему «Россия накануне выборов». Значит, данная тема крайне важна. Вы знаете, что в сентябре состоятся выборы, и как мы к ним относимся, какая позиция у нас, что мы предлагаем в канун этих выборов, которые, с нашей точки зрения, будут, в общем-то, не совсем, мягко скажу, честными, скорее всего, фальсифицированными. Поэтому национал-патриоты принимают решение сегодня, как себя вести накануне выборов в Госдуму и выборов различных ЗАГС собраний. У нас сегодня регламент. Я бы хотел осветить регламент. И, значит, в соответствии с этим регламентом у нас порядка 4 часов будет проходить конференция. Итак, значит, мы сегодня также предложим принять заявление, которое попросим рассмотреть и поддержать его своей подписью. Ну, вот вкратце наша сегодняшняя тема. Я передаю слово Савельеву Андрею Николаевичу. Как угодно, пожалуйста. Хотелось бы, чтобы мы настроились на конструктивную конференцию, потому что многим кажется, что призыв к неучастию в выборах – это призыв неконституционный, якобы направленный на ограничение прав граждан. Но у граждан есть право не участвовать в выборах, если они считают эти выборы фальсифицированными или саму политическую систему подложными. А мы на этот счет имеем достаточно фактов, которые сегодня будут изложены. Мы имеем уже достаточный опыт наблюдения за парламентскими партиями, которые у нас неизменно находятся в Государственной Думе в течение длительного срока. С 2007 года состав Думы не изменяется. Поэтому мы рассматриваем вот в наших докладах, которые подготовлены, будем рассматривать ситуацию с каждой из этих партий. К сожалению, нашей мощности не хватило. Хотелось бы, чтобы еще кто-то выступил с докладами по другим партиям, но, к сожалению, у нас не нашлось того, кто мог бы подготовить, и сроки были достаточно сжатые. Но я думаю, что мы еще, когда будем вновь встречаться, чуть позже, в конце, видимо, августа, тоже объявим конференцию с обсуждением итогов сегодняшней конференции. Там мы предоставим слово уже не докладчикам, которые сегодня выступят, а тем, кто готов выступить с комментариями, дополнениями. Может быть, как раз примерно 25 августа, может быть, как раз в этот момент мы обсудим все остальные партии, которые имеют очень мало шансов для прохождения в Думу, но когда мы рассматриваем эти партии, тоже видим, что это второй эшелон тех же самых фальсификаторов, которые имитируют народное представительство, а его как такового не существует. И об этом мы сегодня будем говорить как с точки зрения состава нынешнего парламента, так и с точки зрения обеспечения этого состава, той избирательной системы, которая создана, и той правоприменительной практикой, которая фактически обнулила все конституционные права, объявленные в 1991 году, они были объявлены захватившей власть группировкой. Но теперь и эта конституция их уже жмет, они не могут ее соблюдать и не хотят. Они предпочитают работать в ручном режиме, так называемом ручном управлении, то есть беззаконно. Вместо того, чтобы издавать законы, пусть даже репрессивные, но они понятные, они фактически попирают любое законодательство. Ну вот сейчас, например, кризис обостряется, как они пытаются на законодательном уровне придумать, чтобы стеснить русское общество прежде всего. Это создание Национальной гвардии, а теперь еще Министерство внутренних дел вносит в Государственную Думу законопроект о том, чтобы, значит, Национальная гвардия, то есть вот сливки все собранные из всех силовых ведомств, применялись к гражданам, которые там где-то не смогли заплатить за ЖКХ. Сейчас уже примерно половина людей с детьми не может заплатить коммунальные услуги. Вот их будут, если суд не справится, значит, будут выселять, их будут штрафовать, потом выселять. Вот Нацгвардия предназначена для этого, не для защиты Отечества, а для подавления граждан.
И сегодня мы проводим не просто конференцию, которых проводится, наверное, много, все-таки это конференция Русского национального фронта. Соответственно, те, кто у нас выступает, это носители русского мировоззрения. И мы надеемся, что это мировоззрение будет отражено и в дальнейшем в тех выступлениях, которые мы предлагаем сделать вот на будущей конференции, о которой предварительно сообщаем, точную дату сейчас мы определить не можем, но примерно 25 августа, может быть здесь же, может быть в каком-то другом месте, объявление мы разместим и рассылки сделаем, как и обычно. Вот, начало наших выступлений мы планировали обсуждение вопросов юридических, законов о выборах и гарантии избирательных прав. Но так получается, что эта тема будет несколько позже, а сейчас мы начинаем выступление с обсуждений партий, их программных позиций в прошлом, в настоящем, и что ожидать от них, и стоит ли за эти партии голосовать. Первым выступающим у нас Валерий Петрович Ларионов. Он расскажет о ситуации с «Единой Россией». Вроде бы это всем нам известно, но когда все это сказано будет вместе, я думаю, что это многих впечатлит. Партия «Единая Россия». РНФ поручил мне подготовить доклад о партии «Единая Россия». И, с одной стороны, задача кажется простой, за обилие материалов, а с другой стороны, вложить там, в 10-15-минутный доклад 1000 томов будущего уголовного дела, задача весьма непростая. Для подготовки этого доклада я использовал материалы из интернета, открытые материалы и сайт партии «Единая Россия». Чем больше я изучал деятельность этой партии, созданной Путиным и возглавляемой Медведевым, тем больше меня охватывало чувство омерзения и, самое главное, ужаса от содеянного этой партии власти, партии оккупационной власти. Начну с того, что у партии «Единая Россия» нет программы. Она есть и регулярно пишется заокеанскими хозяевами, в заокеанских институтах, но в документах партии не прописано. В документах партии прописана предвыборная программа на выборах в Думу 7-го созыва и предвыборная программа на выборах президента. То есть это набор обещалок для электората. Лидеры партии во главе с премьер-министром Медведевым озвучили предвыборную программу, которая полна общих слов и выражений о выходе из кризиса, импортозамещении, а также призывы к патриотизму и любви к родине. Теперь вернемся к делам партии, поскольку они же нас призывают, чтобы мы верили делам, а не словам. Реформы, проводимые сейчас правительством под руководством лидера партии «Единая Россия» Медведева. Коротко буду говорить, я прошу не судить строго, потому что, в общем-то, из доклада мне пришлось там распечатать буквально только пятую часть, то есть сократить там почти в 5 раз доклад, и конечный, так сказать, я вариант еще даже не прочитывал для себя. Реформа Академии наук привела к ее уничтожению. Увольняют сейчас, вот на сегодняшний день, увольняют оставшихся ученых. Значит, все претензии предъявляются к министру образования Ливанову, а не к лидеру «Единой России» Медведеву. Как будто Ливанов, значит, там придумывает какие-то реформы, а они не приходят, указивки из-за океана по, значит, разгрому науки, разгрому Академии наук и так далее. Вот что говорит о реформе образования в целом доцент МГИМО Ольга Николаевна Четверякова. Чем больше мы начинаем узнавать о том, как происходит наша так называемая реформа образования, тем больше складывается картина, что проект этот готовился очень давно, разрабатывался очень детально, причем и стратегически, и тактически. И не случайно многое из того, что происходит сегодня, заимствовано из немецкого плана ПОСТ, обширного проекта, который в том числе касался и системы образования. Мы знаем прекрасно, что американская разведка использовала те наработки, которые были у немецкой разведки, работавшей на Восточном фронте. Поэтому многое из того, что сегодня реализуется, очень напоминает как раз детали этого плана. Ну, тут добавить что-либо невозможно.
На фоне предвыборных обещаний об импортозамещении и превращении России в аграрную сверхдержаву идет уничтожение главного научного сельскохозяйственного центра. Сегодня сельхозакадемии имени Тимирязева. Пищевая промышленность на 70% принадлежит иностранным компаниям. Сетевые магазины заполнены пищевыми суррогатами. Вот маленький пример, только 60% сыра и масла в России признали подделкой. Таковы данные Союза потребителей и Росконтроля. Сельхозпроизводство и пищевая промышленность сегодня – это подотрасль химической промышленности. Сегодня обеспечение внутреннего рынка страны качественными и доступными для населения продовольствием и существенное усиление позиции России на мировых рынках – это только первый, хотя и очень важный шаг в будущее, пишут обещалки единороссы. Когда единороссы говорят об усилении на мировых рынках и конкурентоспособности, это всегда означает, что все будет, все произведенное что-либо будет продаваться за рубеж, ничего внутри потребляться не будет. Показательный пример. Путин на фоне отказа Евросоюза от закупок газа у «Газпрома» спросил: «Вы чем там топить собираетесь? Дровами, что ли?» Тем временем в России в половине сельских поселений отопление печное, дровами и углем. Причем это не только в труднодоступных местах, а буквально в 100-200 километрах от Москвы начинается. При этом выделенная электрическая мощность на дом составляет 3,5 киловатта. Подъездных дорог в деревнях нет. Ну, впрочем, в России в целом дорог нет, есть отдельные асфальтированные участки. Дорога – это сложное инженерное сооружение, где асфальт занимает вообще последнее место. У нас научились класть только асфальт, а дороги у нас так и не научились строить. Да, мы занимаем по качеству дорожного строительства 164 место из 190 возможных. Сельский труженик, фермер, житель малого города или поселка, сельский интеллигент – это основа нашего народа, нашей государственности, пишут единороссы в своей предвыборной программе. Именно поэтому основа нашей государственности подвергается уничтожению, иными словами, геноциду. Проведена реформа здравоохранения, итогом которой явилось 130 место в мире по доступности медуслуг из 190 возможных. СССР имел 6 место. Самый мягкий отзыв о реформах, проводимых правительством под руководством лидера партии «Единая Россия» и с помощью законодательных инициатив «Единой России», содержится в докладе специальной комиссии Счетной палаты Российской Федерации, подготовлен весной 2015 года. Стартовавшая в январе 2015 года реформа здравоохранения в России была признана провальной. Она не только не улучшила качество оказываемых населению медицинских услуг, но сделала их для населения менее доступными. Это из доклада. Из предвыборной программы «Единой России» читаем совершенно обратное. Стратегический президентский курс в сфере здравоохранения, его осуществление обеспечило поступательное развитие российской медицины, повышение ее качества и доступности. Вот таким враньем, «Единая Россия» привлекает электорат голосовать в свою пользу. Предусмотренная реформой оптимизации уже в 2014 году привела к сокращению медицинского персонала на 90 тысяч человек. 90 тысяч, обращаю внимание, что при росте числа потребителей услуг ухудшило качество оказываемой медицинской помощи и значительному на 24% росту объема платных услуг. Было сокращено 33 757 больничных коек, закрыто 29 больниц. При этом смертность в больницах в целом по стране выросла на 2,6%. А в 49 регионах, в которых имело место снижение числа госпитализированных пациентов, на 3,7%. Несмотря на эти выводы, сделанные аудиторами, оптимизация здравоохранения России продолжается. В феврале 2015 года без работы остались уже более 8 тысяч медиков. В 2015 году подлежали ликвидации 41 больница, а за 4 года до 2017 года общее число больниц планируется сократить на 77%, поликлиник на 7%. В Минздраве с претензиями Счетной палаты, правда, не согласились и заявили, что положительные результаты реформы уже ощущаются в нескольких регионах России, которые они не назвали. Уже в начале
ноября 2014 года в различных регионах России начались массовые протесты, вызванные сокращением финансирования медицины и увольнением десятков тысяч медицинских работников. Первые митинги прошли в Москве. В течение месяца на акции протеста вышли медики Санкт-Петербурга, Ржева, Моздока, Ульяновска, Ижевска, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Омска, Иркутска, Владивостока. На митингах выдвигались требования остановить псевдореформу, обеспечить медработникам достойную оплату, покончить с сокращениями. Наиболее активные врачи несли самодельные плакаты. «Пойдем сдохнем, лечитесь кошками, Путин введи войска в здравоохранение». Выступая 22 сентября 2015 года в Государственной Думе, академик Российской Академии Наук Кашин констатировал, что в результате реформ примерно 48% на здравоохранение осуществляется за счет населения. Происходит массовое закрытие лечебных учреждений, сокращение врачей. При этом, по данным на конец 2015 года, практикующих врачей в России оказалось на 22% меньше, чем необходимо по штатным нормативам. А дефицит коек в стационарах составил 23%. Доступность медпомощи для россиян снизилась по ряду факторов. Так, проводя реформу здравоохранения «Единой России», ее лидер, руководитель оккупационного правительства Медведев, основатель партии Путин, товарищ Путин, последовательно осуществляли политику геноцида народов России. Вот данные из независимого доклада о доступности медицинской помощи для бедных и представителей других уязвимых групп в России. Количество людей, испытывающих систематические затруднения в получении медицинской помощи, очень велико, пишут они. Примерно до 70%. То есть 70% населения России испытывают трудности в получении медицинской помощи. Зато у «Единой России» все шоколадно. Замечу, что 70% – это большинство населения, в интересах которого, согласно уставу, действует партия «Единая Россия». И по данным соцопросов, эти же люди поддерживают политику Путина и партии «Единая Россия». Далее из доклада. Эта ситуация осложняется специальными проблемами, вытекающими из ошибочных, а я бы сказал, из преступных, законодательных решений, неверных, опять-таки преступных, действий правительства, а также систематическим нарушением Конституции России и законов страны, исполнительными органами в столице и в регионах. Это из доклада независимых экспертов. Заболеваемость многонационального народа России с 90-го года по 2013 год увеличилась на 51%. О победах Путина и партии оккупационной власти в цифрах. Образование. Численность школ в России на 91 год составляла почти 70 тысяч школ. В 2000 году, когда пришел Путин, их было 68 100. В 2015 году школ осталось 44 100. О чем свидетельствуют эти цифры? Я сейчас цитирую тоже, данные из интернета. О том, что России от СССР по наследству достались почти 70 тысяч школ. О том, что даже в голодные времена при Ельцине закрыли всего 1600 школ. О том, что при взлете экономики при Путине количество школ сократилось на 25 600. Что примечательно из общего числа, 19 300 школ, а это 80%, закрыли в деревнях и селах. Здравоохранение. Численность больниц в России на 90-й год 2800, 2000-й год приход Путина 10700, 2013-й год 5900 больниц, 2015-й год 4400 больниц. Напоминаю, 90-й год 2800, 15-й год 4400. Получается, что при Ельцине закрыли всего 2100 больниц, при Путине число больниц больше, чем в два раза, и продолжает уменьшаться. Численность поликлиник в России на 90-й год 21 500, 2000-й год 21 300, 2013-й год 16 500. В 2015 году смертность в стационарах России выросла на 3,7%. Количество больничных коек сократилось на 35 тысяч, а в 2014 году на 50 тысяч. Только в Москве сократили порядка 20% общего коечного фонда. Больше 17 тысяч населенных пунктов России не имеют медицинской инфраструктуры. Число медицинских работников России только за 2014 год уменьшилось на 90 тысяч.
более 20 тысяч населенных пунктов вообще исчезли с карты России. Это отчет о деятельности Единой России. А вот как описывают историки, геноцид фашистами славянских народов на территории Белоруссии. К лету 44 года в Белоруссии враг уничтожил 1000 учреждений образования, охраны, здоровья, науки и культуры, в том числе 8825 школ, Академию наук БССР, 219 библиотек, 5425 музеев, театров, клубов, 2187 больниц и амбулаторий, 2651 детское учреждение. Таким образом, людоедский план истребления миллионов людей и уничтожения всего материального и духовного потенциала завоеванных славянских государств, каковым на деле явился генеральный план ПОСТ, осуществлялся нацистами последовательно упорно. Из приведенного описания зверств нацистов видно, что они просто щенки по сравнению с единороссами. Я говорю сейчас не только о депутатах Государственной Думы, я говорю о всех членах этой партии. Все члены партии «Единая Россия» по всем международным меркам преступники. Маргарита Симонян, российский журналист, главный редактор телеканала РТ и Международного информационного агентства «Россия сегодня», член Общественной палаты Российской Федерации третьего состава, прямая речь. Но вы же понимаете, что на любых свободных выборах у нас в России победят фашисты, которые нас с вами с удовольствием повесят. Фашисты в ее понимании – это суть русские националисты, то есть мы с вами. Первое, что следует из высказывания главного редактора независимого телеканала, что свободные выборы, гарантированные Конституцией в России, не предусмотрены. Спрашивается, кто фашисты. Далее по цифрам. Сельское хозяйство, численность сельского населения на 90-й год – 39 миллионов, на 13-й год 37 230 тысяч человек, 37 миллионов 230 тысяч человек. При Ельцине прирост на 540 тысяч, а при Путине убыль на 2 миллиона 200 тысяч человек. При этом никакого прорыва в индустриализации России не наблюдается. Люди бросают свои дома и едут в город работать за копейки. По банальной причине. В деревнях и селах просто уничтожена, вырвана с корнем инфраструктура. В деревнях нет школ, детских садов, больниц, поликлиник. Люди просто вынуждены бежать в город. Для чего это делается, спрашиваете вы? А для того, чтобы заселить опустевшие российские деревни трудолюбивыми китайцами, северными корейцами и японцами. Для чего в Думе подготовлен специальный закон о территориях опережающего развития. Экономическое чудо. Ну, убили сельское хозяйство, медицину, образование. Все ради чего? Ради индустриализации России? А нет. Российская экономика – это экономика одного трамвая и четырех троллейбусов в месяц. В России за месяц производится чуть больше 200 металлорежущих станков и 200 плугов. Вся промышленность России в год – это одно пальто на 140 человек, одна пара трикотажных носков, колготок на одного человека, одно платье на 20 женщин – это в год, одна пара брюк на 12 человек, одна деревянная кровать на 100 человек. По самым простым меркам это называется деиндустриализация. Это и есть итоги деятельности Единой России. Может, благосостояние россиян выросло? Данные Федеральной службы государственной статистики за 2014 год не особенно радуют. В крайней нищете находится 13,4% с доходами ниже 4900 рублей. В крайней нищете существует 27,8% с доходами от 4900 рублей до 7400 рублей. В бедности перебиваются 38,8% с доходами от 7400 рублей до 17000 рублей. Выше бедности проживают 10,9% с доходами от 17 до 25 тысяч. По среднему достатку живут 7,3% с доходами 25-50 тысяч. К состоятельным относятся 1,1%, они получают от 50 и выше. И только 0,7% богатых имеют доход свыше 75 тысяч рублей в месяц. Иными словами, 90,9% населения с переменным успехом балансируют на грани нищеты, а средняя зарплата по России 30 тысяч рублей, если верить Путину. То есть в среднем все живут с хорошим достатком, счастливы и без забот. Да, это короче время. Все, заканчиваю. Да, уже все.
перечислю некоторые планы из некоторые методы из генерального плана ОСТ. Первое. Физическое истребление больших масс народа идет полным ходом. Второе. Сокращение населения путем преднамеренной организации голода. Контрсанкции, благодаря которым цены на продукты питания взлетели на космические по отношению к доходам уровни. Контрсанкции не коснулись бриллиантов, золотых украшений, дорогих авто, супердорогих отделочных материалов, авторучек и мобильников стоимостью миллиона рублей, шуб, дизайнерской одежды, мебели, светильников и других предметов роскоши. Уменьшение населения в результате организованного снижения рождаемости и ликвидации медицинского и санитарного обслуживания. Это план ПОСТ. Достигнуто. Четвертое. Истребление интеллигенции, носителей и продолжателей научно-технических знаний и навыков, культурных традиций каждого народа и низведение образования до низшего уровня. Достигнуто. Разобщение дроблением отдельных народов на мелкие этнические группы. Достигнуто. Переселение масс населения в Сибирь, Африку, Южную Америку и другие районы Земли. Сегодня это переселение из регионов России в Москву и Московскую область, так называемую Московскую агломерацию. Аграризация захваченных славянских территорий и лишение славянских народов собственной промышленности. Достигнуто. Последнее. Антисемитизм в Перми не мог на этом не остановиться. Как вы знаете, единорос и губернатор Пермского края Басаргин передал бесплатно еврейским фашистам и финансово-религиозной корпорации Хабат-Любавич землю под строительство синагоги и благотворительного центра. Русским людям Перми было отказано в предоставлении земли для организации русского культурного центра. Почему протесты против хабадников в России называются антисемитизмом, а регулярные протесты в Израиле против хабадников антисемитизмом не являются? Почему глава ультранационалистической еврейской организации Хабат-Любавич Бер-Лазар, гражданин США, называет себя главным раввином России, а не главным раввином в России? Кто финансирует Хабат и на чьи деньги они устраивают благотворительность? Почему единороссов и товарища Путина такая любовь к Хабату? На эти вопросы мы ответим в развернутых статьях на сайте РНФ или в видеоматериалах, которые мы в ближайшее время будем публиковать. То, что не помещается в отведенное мне время для доклада и будет размещено на сайте. Переселение народов России в московскую агломерацию. Сейчас реализуется создание самого большого в мире мегаполиса. Самого большого в мире мегаполиса. С численностью населения к 30-му году 40 миллионов человек. При том, что Россия пока остается самым большим по территории государства. Миграционная политика, замещающая миграцию из Азии. Продовольственная безопасность, отсутствие собственного семенного фонда и производства сельхозтехники, обороноспособность, война с ИГИЛ, война на Донбассе, репрессии, санкции и контрсанкции, Крым наш, проект мирового правительства, экология, вода, чернозем. У меня все. Спасибо. Спасибо. Уважаемые друзья, дорогие соратники. Приближаются неуклонно выборы, и, конечно, каждый перед собой ставит этот вопрос, идти, не идти, а если идти, то за кого голосовать. Начну с выводов. Пойдете вы, не пойдете, проголосуете вы за кого-либо, в случае, если примете второе решение идти, ничего от этого не изменится. Не так страшны выборы, как их результаты. Потому что все жестко детерминировано, предопределено, все избирательное законодательство сверстано таким образом, что нет по-настоящему достойных партий, зарегистрированных и допущенных к предстоящим выборам в Государственную Думу, так и нет по-настоящему достойных и проверенных с профессиональной, морально-нравственной и политической точки зрения кандидатов в этих партиях. Это все старое, засаленное. Колонна. Вчера буквально на лавочке, проходя мимо, я услышал, что непроизвольно, и это, видимо, ситуация, она по всей стране происходит, люди дискутируют о том, идти на выборы или нет. И даже люди, политически несведущие, и, будем так говорить, малограмотные, вчера произнесли такую фразу. Вот, говорит, если бы русские националисты пошли, то, говорит, мы обязательно за них бы начали голосовать. И действительно, все социологические опросы, настоящие народные, они вот эти покупные ВЦИОМы и прочие левады
центр говорят о том, что если бы хоть на этих выборах была хоть одна национал-патриотическая партия, она бы набрала 70 и больше процентов голосов. Но нас специально не допускают. Специально нас дезориентируют, какой уж год, начиная с 1993 года, когда после расстрела Белого дома начался новый этап современной политической истории, и перед нами крутится вот эта старая обойма из уже устоявшейся аббревиатуры «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и несть им числа. И некоторые партии, такие как, например, та же «Справедливая Россия» или там «Пенсионеры за справедливость», «Партия Роста», они вообще, как политические партии, несостоятельные уже даже по одному своему названию, потому что в основе названия партии должна быть какая-то идеология, должен быть политический стержень. Что такое за справедливость? Да все за справедливость. И очередная, которую вы все прекрасно знаете, политическая партия, блесна, политическая мулька, это ЛДПР. Все прекрасно знают, как расшифровывается эта партия. Но в узком кругу ограниченных людей сам Владимир Вольфович говорит, что лучшее название и расшифровка этой партии не ЛДПР, а лучше делать правой рукой. Вот генезис этой партии. За русских, за бедных, не врать и не бояться, да лучше делать правой рукой. Потому что он знает, о чем говорит. Это партия одного человека. Это бизнес-корпорация. Я в ней пробыл чистосердечно. И как простодушный русский человек, выросший в Сибири в период времени с 1996 по 2016 год. И был исключен с большой помпой всей 2006. 10 лет пробыл. И был исключен лично Жириновским и всей его комарильей, включая всех депутатов тогдашнего созыва 4-го, 2003-2007 год, все помощники. И справедливости ради хочу сказать, что из всех тогда присутствовавших человек 70 в течение 2,5 часов меня психологически там пытались подавить и исключить, но ничего у них не получилось. Проголосовали против исключения только двое, и один воздержался. Все проголосовали, марионетки за. Так вот, что же это за политическая партия? Я, как человек из Сибири и окончивший службу морской пехоте, родившийся в Сибири, мне сложно было сориентироваться, и я пришел под этот прекрасный вот лозунг «За русских, за бедных». Начитался газет Владимира Вольфовича, все мне нравилось, все подходило, и мы начали работу. И таких, как я, ради справедливости, я хочу сказать, было до настоящего времени большое количество по всей стране. Люди по-настоящему честные, хорошие, достойные, полагали, что вот настоящая русская националистическая партия, либерально-демократическая, и это нам подходит. И Владимир Вольфович паразитировал на этом и до сих пор продолжает это делать. Люди думают, что он националист, что он патриот, что он за русских и за бедных, что он не врет и не боится. А каковы их дела в прошлом и сейчас? Поэтому как человек, 10 лет состоявший в ЛДПР, и в том числе впервые за всю историю нашего регионального отделения, впервые избравшийся единогласно, два раза переизбиравшийся также единогласно региональным координатором Иркутской области, я могу свидетельствовать, постараюсь объективно, без очернительства. Взять положительные стороны. Да, на определенном этапе, особенно в начале существования этой партии и до сего момента, лично Владимиром Вольфовичем была проделана большая работа по изданию патриотических различных газет, там, журналов, огромное количество литературы просветительского плана. Да, у него свой был и продолжает оставаться неискренний подтекст, чтобы как можно дольше, до самой смерти желательно пробыть в Государственной Думе. Он всех упрекает в брежневизме, что все сидят на своих местах, пока их из колонного зала Дома Союза перед ногами не понесут. Однако сам уже приблизился к этой черте, так же, как и Зюганов, и все остальные. Поэтому в этом есть плюс.
Я даже скажу больше, что Владимира Вольфовича я считаю одним из своих учителей, но учителем со знаком минус. Я во многих моментах смотрел и говорил себе, что вот так, как он относится к людям, так, как он лицемерит, выкручивается, так делать не надо. Поэтому да, он учитель, но со знаком минус. Идеальная для него должность, в должности председателя там, партии и заместителя фракции, он уже застоялся. Это была бы при русской власти его посылка в Израиль нашим послу, чтобы он там кошмарил местное население. Поэтому на примере Владимира Вольфовича, как ни на одном другом, ярко видно проявление самого главного в жизни, кто это не понимает, национального вопроса. Когда Владимир Вольфович, он Жириновский, русский человек, то вы видите, как он выступает по Курску, в Крыму он выступал прекрасно, хотя не он пишет эти речи, но тем не менее он их озвучивает на различных ток-шоу, но это бывает не так часто. А когда в нем взыгрывает кровь отца юриста, то он начинает выкручиваться, юлить, голосовать так, как от него требуют. И вот этот дуализм в его поведении, он именно этим и определен. Был чему я свидетелем, что Владимир Вольфович не поддержал лично мою русско-националистическую инициативу, когда я впервые был инициатором законопроекта, разработал его и внес об отмене пресловутой 280-й и 282-й статьи. Никто из фракций меня не поддержал. Хотя вы знаете, что накануне выборов постоянно кто-нибудь из окружения Жириновского высказывается, что мы обязательно отменим, мы уже накануне того, чтобы эту статью отменить, однако его сыны не там. Это лишь предвыборная уловка. То же самое статья 280-й. То же самое фракция голосовала по 121-му закону, это о монетизации льгот, кто не помнит, когда всех пенсионеров лишили льгот. 131-й закон, это закон о реформе местного самоуправления, который наплодил огромное количество различных депутатов, депутатишек, а это же все нагрузка на бюджет, на экономику, как муниципалитетов, регионов, вплоть до федерального уровня. Была идеологическая диверсия при принятии закона о Знамени Победы. Там во второй или в третьей статье значится, что копия Знамени Победы может по виду походить на оригинал. Они преследовали здесь две цели. Чтобы на 9 мая все меньше было красных знамен, ну это чтобы не было косвенной агитации за КПРФ, но главная их цель, чтобы День Победы, 9 мая, превратить в некое подобие Дня города, Дня любителей пива, и что в День Победы нужно вывешивать копии Знамени Победы, но они не должны быть только красными, а могут быть розовыми, синенькими, голубыми, и сейчас мы это наблюдаем в областных центрах субъекта федерации и в Москве. Ну, соответственно, оттуда уже и недалеко до цветов раскраски ЛГБТ. Я был исключен за то, что был организатором и участником из Государственной Думы единственным тогда в 2005 году первого русского марша, который прошел действительно мощно, помпезно, и власть тогда была обескуражена и не знала, что же происходит. И психологические впечатления мои были, когда я пришел со Славянской площади, где был митинг после первого русского марша в 2005 году, я пешком переместился к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину, где традиционно проводит ЛДПР в этот день свои митинги. И было впечатление, что я пришел с веселой, разухабистой русской свадьбы, веселья, пришел на похороны какого-то демона. И это было убийственное, психологическое восприятие. На следующий год мы с группой моих помощников единолично разгоняли первый. И по этой причине он не состоялся. Марш ЛГБТ, они хотели в голом виде возложить голубые венки к вечному огню в Александровском парке. Представляете, что это за святотатство? Тоже Владимир Вольфович никак не отреагировал, наоборот, меня за это покритиковал. Я был автором закона об оружии, потому что только в рабском государстве, коим и является обрубок СССР РФ, нам запрещают носить короткоствольное оружие.
А статистика свидетельствует, как только разрешение в той или иной стране на это право ношения законодательно утверждено, там резко снижается как общеуголовная преступность, так и тяжкие уголовные преступления, разбои, нападения, изнасилования. Я видел вот этими глазами это мошенничество, когда по социально значимым, резонансным законопроектам Владимир Вольфович голосовал один, соответственно, я полагаю, по согласованию сверху с Кремлем, один против, а все остальные за. Для чего? Чтобы, если кто-то на митинге особо умный или бабушка скажет, Владимир Вольфович, как вы голосовали по передаче китайцам островов за или против, за монетизацию, скажет, вот смотрите, я голосовал против, а все остальные за, это сговор. И я свидетельствую, я из всей нашей фракции образца 4-го созыва был единственным после Жириновского, у кого была своя карточка, она у меня хранилась здесь, для голосования. Все остальные карточки собирал его сын Игорь Владимирович, почему-то по другой фамилии, он живет Лебедев. И, соответственно, ЛДПР создана как свисток для выпускания пара, как абсорбент, который всасывает в себя все протестное русское движение, начиная с 1993 года, а потом его утилизируют и спускают в канализацию. Поэтому как бы кому не был симпатично лидер ЛДПР Владимир Вольфович, и как бы к нему я не относился со сложными чувствами, признавая его сильные стороны и его объективно позитивное влияние в плане просветительском. У нас даже сейчас некоторые соратники, которых мы знаем и уважаем, делают рассылку в электронной почте, что прошу вас проголосовать за ЛДПР. То есть люди с годами не растут, не развиваются, остаются на прежнем уровне. И сейчас, конечно же, есть большая вероятность того, что те партии, которые существуют на политическом небосклоне современной России, они снова пройдут, потому что всем остальным пройти просто не дадут. И погрешности в количестве голосов, которые получат та или иная партия, они самые минимальные. То есть люфты самые минимальные. Поэтому опять будет «Единая Россия», которая по существу украла белогвардейский лозунг «За единую и неделимую». Но партия так не должна называться. КПРФ, которая паразитирует на ностальгических чувствах некоторой части электората, населения и бедных бабушек и дедушек, которые осваивали бескрайние просторы Сибири, Дальнего Востока, возводили стройки коммунизма, и объективно они молодцы. Да и я горжусь тем, что я был честным коммунистом, и это был этап в моем эволюционном развитии. И я считаю, что честные партийцы заблудшие есть и в КПРФ, и в ЛДПР. Но предательству, как показывает практика и исторический опыт, это всегда верхушка. И сейчас на выходе, коль скоро мы говорим об ЛДПР, там, за исключением очень небольшого количества людей, никого не осталось из тех, кто раньше был истинных приверженцев русской национальной идеи. Остались карьеристы, прихлебатели, приспособленцы, которые лакействуют и поддакивают Владимиру Вольфовичу. И он сам об этом знает. И по-человечески ему жаль, что все равно придет когда-то ему финалы политические. И как каждого нас ждет и жизненный, потому что из этой жизни еще никто не вырывался живым. И он останется один, потому что всю жизнь он изворачивался, лгал, лицедействовал. И ради чего, спрашивается. Поэтому заканчиваю этот краткий обзор хронологии деградации «Лучше делай правой рукой» или ЛДПР. Я бы хотел в заключении сказать, что каждый из вас волен сам определять, идти ему на выборы или нет. Я принял для себя решение, как член штаба Русского национального фронта, что на эти выборы лично я не пойду. Нет никакого смысла. Смысл будет только тогда, когда придем к власти мы. Конкретно мы или те, кто
разделяют нашу точку зрения. Это русские националисты. И когда русская власть будет в России, тогда все пойдет семимильными шагами. А сейчас все это декорация, имитация, ложь и пропаганда. И самое последнее. Вот сегодня, например, газета «Метро», которая распространяется в метро, и написано «Русские русалки». Человек несведущий думает, у нас ведь Россия, она государство русского народа, русские русалки, везде мы можем видеть там русское лото, русский сахар и так далее. А на самом деле в юридическом смысле русские существуют только в трех видах. Мы делали запрос и получили ответ. Это русская водка, русский сувенир и русский мир. А русского народа нет даже в Конституции. Поэтому о чем говорить дальше? Что ЛДПР не является никакой русской, никакой патриотической, тем более никакой националистической партии. И ее ждет, как говорит сам Владимир Вольфович Жириновский, стыд, позор, канализация и историческая свалка. А нас ждет светлый путь русских националистов. Победы, водружение русского флага на всех самых значимых зданиях России, объединение в единое государство России, Белоруссии, Украины, Приднестровья, Южного Урала, Аляски, Алеутских островов, Сан-Франциско. И так будет. Поэтому, дорогие друзья и уважаемые соратники, никакого уныния, то, что мы сегодня с вами говорим о выборах, не нужно возгонять, как это говорят химики, и мы, политики, это в какой-то абсолют. Схлынет вся эта пена, эти выборы, будут следующие выборы, но мы должны готовиться к тому, что в России будет русская власть. Всем спасибо, слава всем нам, слава Руси, слава России. Спасибо. Благодарная тема говорит о справедливой России, потому что партия не стоит нашего внимания. Я думаю, что подавляющее большинство граждан, которые наблюдали за этой партией, ну, кроме каких-то юмористических высказываний, наверное, никаких суждений не имеют. И на это расчет. Расчет на то, что партия не пользуется популярностью, но тем не менее ее каждый раз перетаскивают через заградительный барьер, который отсекает остальные мелкие партии. То есть это партия промежуточная между мелкими и правящими. Тем не менее, она имеет прямое отношение к ныне действующему политическому режиму и во всем его поддерживает. Подчеркиваю, во всем, во всех преступлениях. Даже когда партийная фракция для вида голосует против. Ну, в Думе такой принят порядок, что большинство-то всегда обеспечивается, но нужно демонстрировать плюрализм. Надо Западу показывать, что у нас есть парламент, что там есть разные точки зрения, хотя эти точки зрения в основном проявляются в какие-нибудь интервью. Никто всерьез за высказанную точку зрения не борется. Мало ли, что человек правильно говорит. Вот там о Жириновском очень часто, или о Миронове, Сергее Миронове, главе «Справедливой России», говорят, смотри, как он правильно сказал. И вот это «правильно сказал» для многих становится поводом для поддержки. А что он сделал после того, как он сказал? Он имеет статус депутата Государственной Думы, у них есть фракция. Что сделала эта фракция для того, чтобы свои правильные слова воплотить в правильные дела? На практике оказывается, что ничего. Теперь перейду к подготовленному докладу. Партиями по российскому законодательству называется обслуживающий персонал власти. Тем самым в Российской Федерации не существует партий, которые претендуют на власть и имеют идеологию и программу, которой следуют. Это прямо следует из нашего законодательства. В Российской Федерации нет партий в том смысле, в котором по всему миру они существуют, в котором дается определение партии в политологических словарях. Это просто обслуживающий персонал, поэтому не надо обманывать себя. Если вы хотите проголосовать за какую-то партию, будьте уверены. В случае успеха эта партия будет действовать только исключительно в интересах правящей олигархии. Это относится и к коммунистической партии, и к «Справедливой России», и к ЛДПР, которые имитируют оппозиционность. Ее нет, нет ни грана этой оппозиционности. Есть имитация, и особая подлость всех этих партий, что они морочат нам всем голову, рассказывая о том, что они борются якобы с «Единой Россией». Не борются, они борются с нами, с вами, с гражданами, с избирателями. Они трижды лжецы в сравнении с единороссами, преступниками. То есть эти тоже преступники, но еще и лжецы. Партия «Справедливая Россия» – один из ярких образцов бесхребетности и продажности. Она создана не президента, которая разыгрывает все эти спектакли с выборами и марионеточной конкуренцией.
Справедливая Россия образовалась на руинах партии Родина, которая была уничтожена именно потому, что перестала быть марионеткой. Ее актив был предан собственным руководством, решившим сдать свою инфраструктуру ни в чем не внятному Сергею Миронову, как будто на посмешище, поставленному на пост спикера Совета Федерации, как будто в опровержение всех разумных основ политики, создавшей для себя партию жизни, чья первая же инициатива вызвала всеобщий хохот. Это было требование защитить русскую выхухоль. Именно в этом смысле слово «русское» и употребляется в этой партии, больше не слышал, не замечал. Почему-то все решили, что странноватый Сергей Миронов – это и есть та самая выхухоль, за которую на парламентских выборах 2003 года некому было проголосовать. В марте 2006 года главный кремлевский интриган Сурков решил использовать выхухоль. Он сказал так: «Нет в обществе второй ноги, на которую можно переступить, когда затекла первая. В России нужна вторая крупная партия, в которой должны в перспективе перейти голоса, которые собирают партии левого уклона с сильным националистическим привкусом». Имелось в виду как раз Родина с сильным националистическим привкусом. Фальшивки, которые создали жиропенсы, так их называли, партия жизни, партия пенсионеров и Родина, жиропенсы, дали переползти избирательный барьер на выборах 2007 года. Только что образовалась партия, и уже, пожалуйста, она в парламенте. Они получили 7,7%. Судя по приемам, которые используют кремлевские политтехнологи, невнятной партии с невнятным лидером досыпали голосов до необходимой нормы. В 2008 году к СРМ перешли из КПРФ Дропека, Горячева, Пономарев, из ЛДПР Алексей Митрофанов, из Союза правых сил Алексей Ковалев, Елена Мизулина, Олег Михеев. Интересно, как чувствовал себя депутат «Справедливой России» Мизулина, противник педерастического лобби, она сама об этом говорит, рядом с одним из самых ярких его представителей, защитником извращенцев Алексеем Митрофановым, а также рядом с Олегом Михеевым, прославившимся тем, что содержал у себя помощников педофила, который дошел в своих склонностях до преступления, был арестован и осужден. На 2011 год кремляне запланировали обострение ситуации в связи с резким падением уровня жизни и решили превратить выхухоль в оппозиционеров, дав им собрать голоса недовольных, которые позабыли, что Миронов – это вторая нога партии власти, и Миронову многое было позволено. Он открыто выступил с заявлением, что не поддерживает Владимира Путина. Но за кулисами «Единая Россия» и «Справедливая Россия» заключили договор о коалиционных действиях, совместной поддержке Медведева и Путина, в особенности в противодействии экстремизму, то есть русскому движению. Сговор предусматривал согласование позиций по кадровым решениям и пакетное соглашение при формировании руководящих органов будущей Госдумы. Так всегда происходит у человека играющего. Придуманную им игру он с какого-то момента начинает считать реальностью. В апреле 2011 года председателем партии был избран послушный человек в футляре Николай Левичев, чьи полномочия, вопреки российскому законодательству, были ограничены решением лично Миронова, который перестал быть председателем партии. Миронову также пришлось покинуть пост главы Совета Федерации и тем еще больше усугубить впечатление своей оппозиционности. Кроме того, в том же году бывший лидер Родины Рогозин объявил Миронова в рейдерском захвате его партии. На критике режима и имитации оппозиционности справедросы собрали 13%. Или, точнее, им собрали. Иллюзия оппозиционности позволяла фальсифицировать итоги выборов в больших масштабах. Это к тому, что не всякая оппозиционная партия действительно является оппозиционной, если правильно говорит. Это одно из средств обмана, имитация политической системы, в которой мы живем. Если в 2008 году поддержка на президентских выборах кандидатуры Дмитрия Медведева была со стороны «Справедливой России» безоговорочной, то в 2012 году при утверждении его в должности премьер-министра Миронов потребовал от своей фракции: либо консолидированно голосуем против, либо не приходите в зал. Это опять имитация оппозиционности. Миронову нужно было продолжить игры в оппозицию, но не все марионеточные депутаты его фракции готовы были так рисковать. Они всегда открыто выступали на стороне кремлян и голосовали синхронно с «Единой Россией». Так и в будущей Думе, если туда снова просочится «Справедливая Россия», значительная часть их фракции будет голосовать как «Единая Россия», 100%. В 2016 году имитации продолжились, уже сейчас. На усиление выхухоли снова брошенные марионетки из других фракций Думы, из «Единой России» и ЛДПР. С «Единой Россией» Миронов, как всегда, заключил соглашение о разделе одномандатных округов.
Миронову выделили места, где конкуренция искусственно снижена, и он снова будет фальсификатором политического многообразия, которого в Российской Федерации не существует уже давно, как минимум с 2006 года, когда образовалась «Справедливая Россия». У эсеров нет идеологии, нет программы. Изначально ее программа была списана с программы партии «Родина». Из нее лишь удалили все существенное – вопросы государственного и национального строительства. Остались только благопожелания, которые по большей части в принципе не могут быть реализованы в сложившейся политической системе. Вот эти неисполнимые пожелания Миронов вновь вписывает в свою предвыборную программу, называя это социал-демократизмом и модернизированным социализмом. Что касается отчета об исполнении своих прежних обязательств перед избирателями, то этим выхухоли никогда не были озабочены. Отчетом они считают объявление о количестве внесенных ими законопроектов, в том числе и по просьбе администрации президента, и численности депутатов регионального и муниципального уровня, которые подкрепляют вторую ногу партии власти. Можно с уверенностью сказать, что мы имеем дело с циничными лжецами, которые обманывают избирателей и делают смущенно невинную мину в духе голубого воришки из 12 стульев. Они никогда не будут добиваться того, что записано в их программе. Более всего, сущность выхухолей понятна из поведения основателя этой партии. Сергей Миронов впервые вышел на федеральные выборы в 2003 году, пытаясь привлечь избирателей, включив во главу своего партийного списка Геннадия Селезнева, административный ресурс, Валентину Терешкову, героя советских времен, и Николая Баскова, который представляет своим так называемым искусством золотую элиту нынешнего режима. Партия жизни получила чуть меньше 2% голосов, как ни старались кремлевские политтехнологи поднять ее от нулевого уровня. На выборы президента 2004 года Миронов пошел, заявив о поддержке Путина, и занял на этих выборах последнее место, менее 1% голосов. Не зная, как еще услужить начальством, Миронов перед выборами президента в 2008 году предложил ввести в Конституцию норму о возможности быть президентом 3 срока. Больше ничего существенного в его политической деятельности не было и не предвидится. Зато Миронов – почетный профессор 13 вузов и имеет 6 наградных пистолетов, одновременно выступая против легализации короткоствола. Видимо, быть политиком Миронову мешают семейные проблемы. Он женат в 4-й раз. Вот такие у нас депутаты и лидеры общественного мнения. Второй основатель – Александр Бабаков, главный погубитель Родины, которую он формально возглавлял. Он получил за предательство пост вице-спикера Думы в 2007 году. При этом его предательство Родины состоялось задолго до ее разгрома, который состоялся в октябре 2006 года. Еще в апреле этого года он получил место в Совете при президенте по реализации так называемых национальных проектов, о которых теперь все забыли, отчитываться нечем. В 2011 году Бабаков предал и эсеров, объявив, что партия стала маргинальной. Миронов проводил Бабакова в путинский ОНФ теплыми словами, сказав, что это ожидаемый закономерный шаг. На выборах 2011 года Бабаков был избран в Думу от «Единой России», прежних врагов Родины, в которой он состоял. Природный предатель является украинским бизнесменом. В его владении украинские энергокомпании, гостиницы, офшорные компании, поместья во Франции, квартиры в Париже. Третий соучредитель партии Игорь Зотов, сыгравший роль третьего партнера при слиянии с Родиной и партией жизни. Как политический миноритарий он в 2007 году был поставлен не на самое видное место в партийном списке, в депутаты не попал. В Думе он оказался только в 2011 году, но по большей части был на стороне «Единой России», чем «Справедливой», что нетрудно, поскольку обе партии почти не расходятся в своих позициях. Все, что сделал Зотов за свою депутатскую деятельность, внес законопроект о снятии запрета на рекламу пива на спортивных мероприятиях и поддержал «Единую Россию» в введении новых ужесточений за участие в несогласованных властями уличных акциях. Это на все, что у него хватило сил. А между делом он приятель губернатора Тульской области Вячеслава Дудки, который в 2011 году был исключен из «Единой России» за дискредитацию партии, за требования о выплате ему компенсации после ухода с поста губернатора, и в 2013 году осужден за взятку 40 миллионов рублей на срок 9,5 лет. Николай Левичев, бессменный спутник Миронова по РПЖ партии жизни, в 2009 году глава списка СР на выборах в Мосгордуму, результат 5,5%, в 2011 году
формальный председатель «Справедливой России», вице-спикер Думы. В 2013-м выдвинут эсерами кандидатом на пост мэра Москвы, опять имитация оппозиционности, результат 2,8%. И в конце концов, в 2016-м за свои заслуги перед режимом ушел на политическую пенсию, назначен членом Центральной избирательной комиссии. В 2012 году он говорил вот такие слова, вот как имитируется оппозиционность. «Мы поможем вам почистить свои ряды от жуликов и воров», это он обращается к «Единой России», «а не лизать, извините, задницу начальству, подтирая ее приукрашенными бюллетенями». Он бросал слова «феодальное наемничество», «острова авторитаризма, где царит бесправие и насаждается политическое халуйство». И сам благоденствовал на этих островах, получая мзду, от тех самых наместников-феодалов, что обосновались в Кремле. Каких только персонажей не знала «Справедливая Россия» в ее рядах. Василий Шестаков, бывший тренер Путина, который приватизировал слово «Родина», как сейчас русский марш тоже приватизирован, превращен в товарный знак. Два сезона в парламенте он был, не вымолвив ни слова, не взяв ни одного проекта. Илья Пономарев, один из топ-менеджеров компании «ЮКОС», затем любимец министра Рейнмана, и замруководитель экспертного совета при президенте Медведеве, советник Вексельберга, президента фонда Сколково, в целом был членом Центрального совета партии. А в 2011 году стал вдруг одним из самых видных белоленточников. Партию прошли семейным подрядом отец и сын Гудковы, всерьез решившие, что белоленточники – это к чему-то готовая оппозиция, а не фальшивка, придуманная властвующей группировкой. В результате эта группировка обнулила их политический потенциал вместе с семейным бизнесом. Еще были такие депутаты, потомственные, можно сказать, вот Оксана Дмитриева и Елена Мизулина, 18 лет в Государственной Думе, постоянно на телевидении, вы их знаете, но из партии они ушли, эта партия для них была таким местом пребывания, временным местом пребывания. Характерное сообщение о «Справедливой России». Около 100 килограмм долларов в коробках вынесли сотрудники ФСБ и Следственного комитета из петербургского Сити-Инвестбанка. Изъятая сумма, более 7 миллионов долларов, принадлежит депутату Госдумы от партии «Справедливая Россия» Алексею Лосикову, широко известному благодаря инициативе наказывать мужчину за аборт беременной от него женщины. Кроме того, в кассе был найден чемодан с дополнительной неучтенной суммой в валюте. Все, что мы видим от «Справедливой России», это имитация оппозиционности, отсутствие какой бы то ни было внятной позиции. В нее, в эту партию, идут те, кто хочет выслужить себе карьеру и политическую пенсию. «Справедливая Россия» — это поистине проходной двор для предателей, прежде всего предателей народа, предательство интересов которого «Справедливая Россия» в принципе... к представительству интересов которого «Справедливая Россия» в принципе не может иметь никакого отношения. Можно ли голосовать за партию, которая является чемпионом по переобуванию? Можно ли испытывать доверие к отстойнику для предателей всех идеологических направлений? Можно ли считать, что мусорное ведро когда-то будет представлять чаяние народа? Нет, нельзя. Именно поэтому велик шанс, что барьер на выборах они не переползут, но их через этот барьер будут перетаскивать. И именно поэтому русские люди ни в коей мере не должны поддерживать эту партию, как и участвовать в тотально фальсифицированных выборах. Вот по поручению РНФ, значит, я как представитель Института высокого гуманитаризма подготовил доклад о КПРФ. Достаточно сложно говорить об этой партии, потому что это партия оксюморон. То есть в ней присутствуют совершенно противоположные вещи, которые, по идее, не могут уживаться никак. То есть, с одной стороны, значит, партия эксплуатирует название как ностальгию по утопии коммунистического рая в исполнении таких махровых русофобов, как Маркс, Мордехай Леви и Бланк Ленин, с одной стороны. С другой стороны, они говорят о том, что совершенно противоположно, значит, учению этих русофобов. То есть, они иногда говорят об нации и о религии, что в принципе не совпадает с теорией марксизма. Но, как ни странно, если отбросить вот коммунистическую риторику, то по идее они, эта партия достаточно близка по своим социальным установкам с национал-патриотами.
И здесь, не затрагивая, значит, простых членов партии, среди которых достаточно много искренних людей, которые реально хотят улучшения ситуации в нашей стране, нужно говорить о верхушке партии. Здесь вспоминаются слова незабвенного Бориса Абрамовича Березовского, который говорил то, что не нужно покупать все предприятия, достаточно купить его руководство. Ну и здесь, собственно говоря, присно памятным Геннадию Андреевичу Зюгану, бессменном вожде КПРФ, который по роду службы делает вид, что он оппозиционер, который одновременно обильно спонсируется бюджетом. Официально он нищий, ничего не имеет, но при этом, значит, он пробыл вождем КПРФ дольше, чем Брежнев во главе другой партии копировать название, которое Зюганов пытается. Зюганов эксплуатирует идею возрождения КПРФ, при этом его риторика, если вы возьмете выступление там, за начало 90-х годов, и современная риторика не отличается друг от друга ни единым словом. Вот те же самые выражения, это какой-то такой стандартный речитатив, значит, который он произносит из года в год. Абсолютно те же самые слова. Значит, несмотря на то, что Зюганов якобы за народ, он имеет весьма солидную виллу в поселке Снегири, называет себя примерным семенином, значит, при этом, значит, в открытых источниках имеется информация, что он имеет любовницу и так далее. История успеха Геннадия Андреевича началась в 1991 году, когда он подписал слово народа в поддержку ГКЧП. Однако, куда он делся в августе и что он делал, история умалчивает. 7 ноября 1991 года единственное место, где коммунисты вышли с протестами, это был Ленинград на тот момент. Зюганова там не было, в Москве не проводилось никаких, значит, митингов. В 1993 году Геннадий Андреевич усиленно пиарился на митингах у Дома Советов до момента кровавого ельцинского переворота. Последние его слова были там: «Мы поедем поднимать пролетариат», после чего Геннадий Андреевич исчез и больше там не появлялся. Зато все остальное время он сидел в эфире и призывал граждан не поддаваться на провокации, в то время как остальные, оборонявшие Белый дом, призывали идти освобождать Останкино. Дом Советов расстреляли из танков, затем расстреляли простых защитников Дома Советов и, собственно говоря, системы Советов. Публичных активистов посадили в матросскую тишину, а импотентов избрали в Государственную Думу. Так Геннадий Андреевич получил почетное третье место после Жириновского, партии Жириновского и банды Ельцина. Так он вполне легально стал выразителем интересов той партийной номенклатуры, которую после 1993 года от приватизации отстранили, то есть им ничего не досталось, но они, значит, создали, значит, псевдокоммунистическую партию. Причем по программным документам, лозунгам и электоральной базе КПРФ становится российским аналогом традиционалистских и христианских социал-демократических партий, продолжая при этом эксплуатировать название коммунистическое. В 1995 году он получил 139 мест в Госдуме, но толку от этой победы не было. Значит, в 1996 году опросы показывают, что Зюганов элементарно побеждает Ельцина, даже несмотря на пропаганду в пользу Ельцина со стороны всех СМИ. В том же году, в год выборов, он умудрился поехать в Крым, где отдыхал в апартаментах стоимостью $800 в день, чем основательно дискредитировал себя в глазах электората. Значит, опросы показали, что Зюганов даже тогда элементарно побеждает Ельцина, но он оказался редким трусом, испугавшись взять власть, поскольку, по словам большинства, он просто не знал, что с ней делать. В публичных интервью Жириновского было озвучено, что сговор за отказ от результатов власти принес Геннадию Андреевичу 9 миллионов. В тот период партия Зюганова, сотоварищи, ну, там нужно еще вспомнить о близкой по идее, значит, партии аграриев Харитонова и других, контролировали как минимум 48 и 54% мест в парламенте. Но не объявить
импичмент Ельцину, не принять нормальные законы им не удалось, что, в принципе, о многом говорит о деятельности самого Зюганова. Кроме того, на самом деле, значит, с инициативой импичмента весной 1998 года выступал генерал Лев Рохлин. В то время председатель Думского комитета по обороне, лидер движения в поддержку армии. Рохлин не был членом КПРФ, и приказ партийного начальства повременить с импичментом остановить его не мог. В середине апреля, в разгар правительственного кризиса после отставки Черномырдина, Лев Яковлевич заявил, что начинает сбор подписей под обвинением против Ельцина. Его поддержал соратник по движению в поддержку армии Илюхин. В тот момент, я полагаю, что у Геннадия Андреевича наверняка стало муторно на душе, поскольку сколько он мог тянуть, значит, с импичментом, ничего не получалось. Значит, договорились о процедуре импичмента 19 апреля вечером. Значит, ударили по рукам с генералом Рохлиным, а 20 апреля днем все коммунисты дружно проголосовали за снятие Рохлина с поста председателя комитета Госдумы по обороне. Фактически они предали его, исключив из комитета и отдав на расправу. В середине мая Рохлин дал понять, что объявляет об импичменте на заседании Думы. И коммунистам уже ничего не оставалось делать, как возглавить процесс. Отказаться они не могли, поскольку это грозило им потерей политического лица. В одночасье под обвинительным заключением появилось 177 подписей. Значит, и весной, чуть-чуть позже, их, значит, количество выросло до 259. Часть подписей поставили центристы из группы «Российские регионы», часть независимые, ЛДПРовцы, яблочники и даже члены черномырдинской партии «Наш Дом России», если помните такое. Значит, депутатов поддержали законодательное собрание 49 субъектов федерации. 19 июня специальная комиссия из 15 представителей разных фракций во главе с членом КПРФ юристом Владимиром Филимоновым, значит, была создана, начался процесс. Следующее заседание было назначено на 20 июля. 2 июля 1998 года Льва Рохлина убивают в собственном доме, списав это преступление на его жену. Значит, официальная версия, как вы понимаете, не имеет ничего общего с тем, что происходило на самом деле. Значит, ну, дальше мы не будем подробно разбирать. Если хотите, это будет все в, значит, в печатной версии доклада о том, кто как и голосовал. Но самое главное то, что, значит, прокатили импичмент по всем пунктам. Значит, ходили слухи, что цена вопроса составляла 30 тысяч долларов за голос. Значит, максимального результата того, что, значит, там было 5 пунктов, значит, максимального результата достигли, значит, обвинения за войну в Чечне 283 голоса. Значит, ну, выше удалось, не удалось подняться, там были забракованы 46 бюллетеней и так далее. То есть, ну, это была откровенная акция по сливу ситуации. Значит, здесь, конечно, нужно сказать, что первую помощь Ельцину оказал Жириновский, который заставил ЛДПР не голосовать за импичмент. Зато, значит, между тем, все это время, значит, Геннадий Андреевич, значит, мужественно боролся с империалистическим Микки Маусом, значит, смело обвиняя мультипликационного персонажа в растлении детей. Значит, в предвкушении эталонного поражения 1999 года Зюганов внезапно стал доктором философских наук. В 99 году он даже набрал 26% голосов, значит, но, как обычно, никакого толку от этого не было. Значит, события 2000 года комментировать бесполезно. Там был Путин на истребителе, Путин в электричке, Путин с ветеранами, Путин жующий комбикорм 24 часа и 7 дней в неделю, значит, в эфире. После этого в 2000 году Зюганов начинает изгнание всех несогласных с его мнением. Значит, из партии изгоняются Селезнев, Семигин, Горячев, Семага и так далее. Одновременно вводятся магнаты и бизнесмены, в том числе выглянчиваются деньги у Ходорковского. Значит, все эти действия, значит, в 2003 году закономерно отражаются. Значит, коммунисты получают 12%.
голосов. По сути, Зюганов никакого отношения уже ни к коммунизму, ни к национальной идее не имел и пользовался названием как ширма для своих интересов. Значит, в 2004 году на президентские выборы вместо себя он послал Харитонова, который занял второе место. Та, значит, избирательная кампания ничем не запомнилась, кроме участия в ней внезапно пропавшего Рыбкина, охранника Жириновского и споров Глазева с Рогозиным. Попутно, значит, здесь продолжается изгнание, значит, недовольных действиями Зюганова из его собственной партии, скандалы различного характера, то есть сексуальный скандал с некой любовницей Марией Рео, связи с олигархами, скандал с недвижимостью. В результате в 2012 году получает также 12% на выборах, не больше. Что, в принципе, естественно для человека, который ездит на Мерседесе с охраной, лишь прикидывает, что он против капитализма. К тому же Кремль тогда подослал на выборы, значит, эсеров с Мироновым, которые, значит, должны были тянуть на себя часть голосов. В итоге ни эсеры, ни коммунисты не имели никакого влияния, а партии власти, так называемые, это абсолютно на руку. В 2009 году, значит, появляется сообщение о том, что, значит, Зюганов вот, официально задружился с властью. Значит, газеты публикуют ведомости, в частности, что Зюганов стал пользоваться расположением Кремля, в его кабинете были установлены прямые телефоны к президенту Медведеву и председателю правительства Путину. Значит, член партии Денисенко вошел в президентский резервный, значит, состав, а КПРФ, в свою очередь, по утверждению анонимного источника, газета оказалась от организации массовых акций протеста. После чего депутат Олег Шейн из фракции «Справедливая Россия», которая сама является, значит, таким дубляжом «Единой России», заявил, что КПРФ – это имитация оппозиции. Дальше господин Зюганов снова пытается стать президентом, хотя в его возрасте, в общем-то, уже пора сидеть на скамейке и играть в домино. Значит, в 2011 году был некий всплеск такой, когда, значит, в пику прокремлевского ОНФ создается народное ополчение коммунистами. Началось оно с распевания коммунистами молитвы Царю Небесному Утешителю и благословения Батюшки. Лидер КПРФ призвал своих соратников бороться под знаменем Минина и Пожарского, Великого Октября и Великой Победы за единую социалистическую Россию. Значит, народное ополчение задумывается им в качестве нового объединения патриотической силы. Одновременно Зюганов, значит, публично критикует Путина в плагиате, посетовав на то, что КПРФ начал организовывать всевозможные фронты еще в 90-м году. Значит, в 2011 году в Госдуме коммунисты получают 19% голосов, но, в общем-то, это, собственно говоря, уже ничего не меняет. В 2012 году у нас состоялись, значит, очередные выборы самодержцы, где Зюганов получает 17%, и отчет очень негодует, крича, что у него украли голоса, но даже если бы он получил там не 19, там, а 20 или даже 54%, я думаю, все равно бы к власти не пришел повторить ситуацию 96 года. Значит, ну, из таких, значит, моментов смешных достаточно. В 2003 году он пытался добиться от Путина компенсации 22 500 рублей из-за того, что ядро, на конференции которого Путин выступал, не было зарегистрировано как участник выборов. Значит, ну, там, ему отказали. В 2003 году грозился дойти до Европейского суда по правам человека, значит, с жалобой на итоги выборов, но и не дошел. Значит, в 2004-2005 году устроил скандал с Семигиным, который пытался провести альтернативный пленум, но Центральная избирательная комиссия КПРФ, значит, захваченная буржуинами, поддержала Зюганова. Буквально несколько фраз еще. Значит, скандал с приватизацией дачи в поселке Снегири. В том же году, 2007-м, разогнал два крупнейших молодежных отделения в Москве и Питере за их активность сверх имитации бурной деятельности. Значит, из среди таких еще достаточно показательных итогов деятельности, значит, это то, что коммунисты в 2002 году фактически прокатили закон о национализации Центрального банка.
Значит, когда была, значит, предложена версия, значит, того, что коммунисты, что Центральный банк становится государственным учреждением, коммунисты проголосовали за альтернативную, значит, версию, которую выдвигала Единая Россия. Значит, в 2013 году, значит, несмотря на громкую риторику, из 91 депутатов КПРФ только 14 проголосовали против назначения Набиуллиной. Значит, дальше коммунисты голосовали за принятие системы Платон в пользу Ротенберга. Значит, в апреле того же года известная, значит, встреча, когда Зюганов неожиданно встречается с американским послом Тефтом, обсуждая с ним вопросы выборов. Вообще, какое отношение американский посол имеет к нашим выборам, да, то есть это, ну, традиционная, значит, вотчина таких ребят, как Парнас и так далее, это вообще очень странно. В принципе, нужно понимать, что вот, анализируя всю эту схему, значит, когда с 2000-х годов произошло, ну, такое вот мощное, фактически узурпация власти, то заметно, что чем более лояльным становился Зюганов, тем больше голосов ему приписывали. Первое меньше время. Да, но на что я хотел бы обратить еще внимание, на то, что все партии, как таковые, составляют, число их участников, членов, составляет не более 2 миллионов человек. Значит, от 146 миллионов населения. И только члены партии фактически допущены к выборам. Таким образом, получается, узурпация власти в чем главное состоит? Вот даже не в подделывании вот там отдельных, значит, голосов, хотя это тоже как бы один из моментов, а в том, что только 2 миллиона от 146 миллионов – это 0,7%. Получается, что только 0,7% населения имеет право избираться и быть избранными. Это главный фактор узурпации власти. И поэтому, когда вы идете голосовать за кого-то по партийным спискам, фактически вы участвуете в легитимизации преступной антиконституционной схемы по захвату, незаконному захвату и незаконному удержанию власти. Спасибо. Пожалуйста, Смирнов Евгений Михайлович. Значит, моя тема ОНФ. Это, если кто не знает, Общероссийский народный фронт. Но начну с лирики, как бы издалека. Психология любого проходимца, преступника какого-либо, помимо всего прочего, подразумевает страх перед разоблачением. Стремление любой ценой овладеть знаком безнаказанности, жажду дармовой наживы и дешевого популизма. С ходом эволюции данного рода сущности обрели способность объединяться с себе подобными, самоорганизовываться, без разделения по национальному и религиозному признаку. Дальше больше. Организованные преступные группы, овладев якобы освободительными теориями, по костям великих монархий во всех частях света прямо и косвенно стали приходить к власти, что, собственно, у нас и произошло 300 лет назад, установив соответствующие правила и порядки. Все они соответствуют их внутреннему миру. Это никаких святош, все должны быть одной грязью помазаны. Даже самый безобидный прыщ к ногтю, особенно если за этим прыщом правда. И никаких сантиментов, никаких стеснений на этот счет. Постоянно пудрить людям мозги, ночами и днями не спать, бдеть за ситуацией. И в недрах советской системы рождается гениальная формула. Чтобы контролировать общество, чтобы им управлять на всех уровнях, необходимо заполнить собой все, как строительные пермы. Необходимо присутствовать даже в самых мелких кружках, больших и малых течениях общественной жизни. Весь спектр общественных интересов. Современные небольшевики не сменили своих форм и формул. Они всего лишь сменили хозяина и стали передавать привилегии по наследству.
Благо, что теории коммунизма и либерализма очень близки и родом из одного центра. Нет сейчас расстрелов, но жизни правдоискателей по-прежнему трещат, как сломанные кости. Весь политический многоплановый спектр по-прежнему является частью одной однопартийной системы, о чем доказательств на этом собрании предостаточно. Все общественные ниши, кроме каких-то жалких кругов, все стихийные или специально приготовленные течения, все под прямым контролем одной лишь организации. И вот в условиях, когда вся страна стала, это где-то на рубеже 10-11 года, превратилась в одну большую кущевку, когда ценовая и качественная политика отдана на откуп преступным кланам, людское недовольство подавить или как-то замолчать не представляется возможным. В этих условиях рождается срочная необходимость возглавить это недовольство. В срочном порядке, в кратчайшие сроки, без особых напряжений с местными органами власти, создается разветвленная на все органы, на все регионные структуры штабов ОНР. Засекретив сумму финансирования данной структуры, взялись гонять неугодных и прочую мелкую рыбешку на местах. Чтобы понять, откуда родом, многого делать не надо. Сейчас в интернете достаточно много независимой информации на этот счет. Но не заходите на сайт ОНР, там вы ничего не поймете. Можно поднять, если только исторические такие вот сайты из архивов «Единой России». Я вот открываю один из них, значит, в мае 2011 года практически там по всем СМИ разлетелась информация, значит, кто от «Единой России» будет учредителем данного фронта. Там обозначаются такого рода люди, значит, бой бросили самую настоящую гвардию «Единой России». Это первого человека «Единой России», секретаря Генсовета Сергея Неверова, его заместителя Ольгу Баталину, руководителя фракции в Госдуме на тот момент Владимира Васильева и члена президиума Генсовета, известную всем, Ирину Яровую. В конечном итоге из списка учредителей трое из них почему-то исчезли вот на сегодняшний момент, если посмотреть сайт. Осталась одна только Баталина. Но главным человеком сейчас, на данный момент, в Общероссийском национальном фронте является некий Анисимов Алексей Викторович. Всплывает он, вот небольшая такая роль, всплывает он неожиданно где-то в 2008 году на довольно большой должности руководителя исполкома «Единой России» по работе с обращением граждан и возглавляет центральную общественную приемную Владимира Путина. В 2011 году назначается руководителем исполкома ОНФ, а позднее, в момент, когда началась предвыборная гонка президента, становится заместителем Говорухина в штабе, избирательном штабе Владимира Путина. Далее там два года отдыхает в аппарате президента на должности по внутренней политике и с 2014 года возвращается в исполком Общероссийского народного фронта непосредственно руководителя. Соответственно, оглашать всех его подчиненных, там, Карпов Анатолий Шахматистов, Ядрос тоже, что он председатель резолюционной комиссии ОНФ, все там остальные крупные должности, все целиком и полностью контролируются действующими членами партии «Единой России». И становится понятно, кто там и откуда там, и для чего там. По данным независимого Росбизнес Консалтинг, известного своими журналистскими расследованиями, значит, многие участники, члены ОНФ участвуют во всех праймерис «Единой России» по всей стране и идут в Госдуму в покровите «Единой России». По словам того же Анисимова, в штате всего лишь 100 человек. Это центрального исполкома и 330 штатников по региону, плюс 20 тысяч активистов по всей стране.
Фонд зарплаты 200 миллионов рублей. Считайте сами. Значит, активисты, конечно, там ничего не получают, наверное. Общая сумма трат на деятельность ОНФ, не государственной вроде как организации, составляет около 500 000 000 рублей в год. Не считая премиальных и командировочных. При этом около 300 миллионов рублей в виде президентских грантов получили десятки НКО, задействованных в структурах ОНФ. Из чего делаем вывод, что ОНФ – это есть неотъемлемая структура партии власти «Единой России». Это есть соответствующая государственная власть Российской Федерации. Это ЛАПа, одна из ЛАП, без всяких разделений, с четкими поставленными для него задачами и условиями. Это только в жизни. В нашей с вами жизни за двумя зайцами погонишься и одно поймаешь. В политике можно и пятерых завалить одним движением пальца. Все это реально. Одна из задач – это создание национального фронта. Это пиар-ход. Это прекрасный отвод глаз, полностью сбивающий людей с толку. Вот мы какие? Мы с народом боремся с беспределом. Мы все вместе за порядок. Вторая задача ОНФ – это предохранительный клапан. Это спуск экстремального давления, чтобы можно было куда-то пожаловаться, а ВОЗ и ныне там. Главное – изображать кипучую деятельность. А изображать есть, что помимо некоторых громких дел, которые перевели там корейские там, губернаторов, там, всяких там каких-то крупных ребёшек, вся остальная их деятельность сводится просто какой-то комсомольской стенгазете, там смотришь и взят на контроль, проведем круглый стол, разрешено, мониторим. Все это на все плевать. И все, что сдается, все сдается по утвержденной квоте. Такая мелкая, действительно, взорвавшаяся рябешка. Это и есть функция предохранительного клапана. Помимо третье. И, наверное, главная самая задача – это легализовать людское недовольство. Вычислять стихийных и самостоятельных лидеров, способных сплочать людей в протесте против власти. Перенаправлять или напрямую глушить их деятельность. Ну и четвертое, насколько я понимаю, это структура отдела собственной безопасности партии власти, чтобы ни одному хапуге на местах не пришло в голову сунуть свой нос в политику на стороне каких-то неугодных сил. Не дай бог ему там как-то прозреть, и каждый ухарь на местах должен понимать, что сатаи от хозяина всегда рядом, и всегда реакция на какие-то противоправные действия против режима будет смертельной для этих людей. Достаточно только вот такие слова сказать, как обличить деятельность ОНФ как ширму, как зловредную такую созданную организацию. Вот возьмите, хоть один член штаба ОНФ подверг проверке деятельность какого-нибудь из членов правительства, там, Шуварова или Дворковича, или хотя бы их жен там взял, этих магнатов, или там хотя бы просто заявило желание проверить члена правительства. Я думаю, к нему бы сейчас вот этот закон, 182-й, за противообщественную деятельность, тоже сработал по голошке. Вот возьмем наших соратников по РНР. Полностью все руководство за ответственную власть, которая четко вписывается в принципе их программа, вот как бы в идеологии этого народного фронта. Все руководство сидит в тюрьме. И в тюрьме сидит как будто какие-то там это... По надуманному обвинению. А это мы делаем вывод, что ОНФ это не более, чем есть ширма и руки Единой России. Хочу закончить словами в адрес тех активистов, тех десятков тысяч людей, которые искренне, действительно там где-то на местах выполняют там полезно-бесполезную работу. Не будем в их адрес смеяться и каять их, призываю вас в этом.
В условиях, когда отсутствует АБХСС, такая структура, помните, да? Когда от спецслужб, как от козла молока, когда в нашей жизни, куда ни плюнь, вор на дворе вором погоняет, когда правды нигде не найдешь, и на нашем здоровье, на нашем доверии обустроен устойчивый криминальный бизнес, мы скажем им, набивайте руку. Новая власть будет видеть в структурах народного контроля одну из главных своих опор по наведению порядка в стране. Нам эти люди пригодятся, поэтому дай Бог им здоровья. Значит, по признанию самих представителей крупного бизнеса, что крупный конкурентоспособный бизнес не может пойти на такой великий риск, как произвольное назначение менеджеров госаппарата, как Бог на душу положит. Вот. Ни в одной стране такого нет, и как достижение наши олигархи декларируют то, что у нас тоже остался контингент, и вот этот управляющий слой нашего общества четко контролируем. Вот. А выборы они рассматривают просто как элемент стабилизации общественных процессов, где кабинки существуют только для того, чтобы население имело возможность туда заходить торжественно по звуке музыки, ставить галочки где хотят. Значит, рассмотрим некоторые методы, посредством которых крупный капитал заранее заданные для себя результаты превращает в так называемую волю народа. Результаты выборов складываются из трех составляющих. Это голоса независимых граждан, которые самостоятельно изъявляют свою волю, голоса управляемого электората и голоса так называемого виртуального электората. Первое, значит, это голоса активных граждан, пришедших на избирательные участки. Значит, ну и здесь то, что они выражают свою волю, это можно сказать, что это достаточно натянутая условность. Значит, дело в том, что нежелательные для коррумпированных олигархи лиц административный ресурс в подавляющем большинстве случаев отсеет еще на этапах заранее. Вот. Пожалуй, самая большая фальсификация в этом смысле – это замалчивание жизненных идеологий, создающих прямую конкуренцию и угрозу выбранному правящей партии курсу. Мы никогда не увидим на экранах телевизоров настоящих народных героев, настоящих лидеров, отстающих народные интересы. Никогда не услышим концепции и идеологии, направленные на соблюдение действительно интересов народа. Вот. Также вот в период подготовки выборов, значит, другие способы фальсификации. Это внезапная тайная перенарезка границ округов, что приводит к неправильной подаче документов. Соответственно, нежелательные кандидаты, они отсеются даже на этом этапе. Вот. Создание огромных очередей фиктивных якобы кандидатов, в силу чего реальные лидеры просто не успевают подать нужные документы. Это затребование множества дополнительных бумаг на этапе подачи документов кандидатами, придирки к оформлению заявлений, и в итоге это служит основанием для отказа в регистрации кандидата. Но для нас это возбуждение уголовных дел, как правило, по политическим статьям, вот, что также потом служит препятствием для баллотирования народного представителя народа в кандидаты в депутаты. Вот. Ну и наконец это уже прозвучал этот, значит, еще такой фактор, что голосование происходит только по партийным спискам. Вот. В партиях всего состоит 2 миллиона, и в итоге это выходит, что только доля процентов могут баллотироваться кандидатами в депутаты. Значит, перейдем ко второй составляющей, а именно к управляемому электорату. Что здесь происходит?
Это здесь, конечно, вот крупное предприятие практикует массовое голосование, где бригадир контролирует ну, каждого пришедшего, чтобы тот сделал правильный выбор. Вот. Это, ну, как пример, в одном из вузов, московских вузов, руководство собрало сотрудников, потребовало открепительные талоны для того, чтобы здесь, вот, в институте, правильно проголосовать. Вот. Отдельное упоминание заслуживают такие закрытые участки, как СИЗО, тюрьмы, больницы, психиатрические заведения, а также армия. Сюда же можно отнести и такой приемчик, как пресловутая карусель, где в итоге главное вынести за пределы участка чистый бюллетень, там его заполняет за нужного кандидата, заходит следующий уже подготовленный управляемый человек, вот, берет чистый бланк, уже заполненный бланк кидает в урну, а с чистым бланком выходит за пределы участка, где также правильно его нужные люди оформляют. Вот. Ну, пример, это вот реальный вот, скандал был вот, в Дербенте и в Кизляре, где задержана группа граждан, вот как раз на этой самой карусели. Вот. Другими примерами управления голосами, это покупка голосов, где перед участком стоит человек и каждому пришедшему, ну не каждому пришедшему, а кому надо, предлагает вот наскоро, спорим, что ты проголосуешь за такого-то кандидата. Человек заходит, ставит галочку, снимает на телефон, выходит, предъявляет фотку, что он проголосовал правильно, получает свой законный выигрыш. Это как пример. Следующий этот способ – это голосы за друга, где члены избирательной комиссии могут разрешить проголосовать за родственников, знакомых, то есть пришедшему выдают несколько бюллетеней за своих знакомых. Также это здесь вот и оказание помощи избирателю, когда желания избирателя игнорируются при обходе там, пожилых людей с выездными урнами. Вот. Но наибольший процент фальсификации дает, конечно же, виртуальный электорат. Вот. Один из примеров – это заполненный заранее бюллетень. То есть до самих выборов распечатывается протокол запрещено. Однако нередко комиссия допускает несколько, ну, допускает, вписывает туда нужные результаты, ставит подписи. Вот. И в итоге в окружную избирательную комиссию попадают именно эти протоколы, а не те, которые были оформлены в результате реальных выборов. Вот. Далее другой способ фальсификации – это вброс, когда человек сразу в урну скидывает несколько липачек протоколов. Вот. Как пример, это вот на выборах в Дагестане, в Махачкале, там вот участок 973, за незаконный вброс в бюллетени была задержана директор школы там 52. Вот. Также отмечалось еще тут ряд участков, где происходили вот такие массовые вбросы, причем членами и председателями комиссии. Вот. Это все было зафиксировано представителями наблюдателя от КПРФ, Яблоко, Справедливая Россия. Вот. Но все поданные их ну, жалобы на это дело ЦИКи и судами были просто проигнорированы. Следующий пример – это так называемая солянка, когда при подсчете голосов пачки смешиваются, и большие пачки за нежелательного кандидата, да, перекладываются как бы приписывается желательному кандидату, а его худая пачка приписывается тому кандидату, который нежелательный. Вот. Ну, такие вот подмены, такие рокировочки тоже имели место на некоторых участках. Наконец, просто дописывание голосов протокола. После подсчета голосов комиссия просто дописывает цифры. Вот. Это возможно, особенно там, где вот, опять-таки участки сформированы по производственному принципу, то есть завод, школа, университет. Если даже встречается в
рядах комиссии несколько недовольных, то в этом случае комиссия просто голосует за удаление сбунтовавшихся и оформляет правильные в скобочках протоколы. Далее, еще как пример, опять-таки, дописывания, фальсификации голосов, это дописывание за непришедших. При нынешних условиях жизни достать паспортные данные на того или другого человека большого труда не составляет. Соответственно, вычисляются лица, которые не пришли, которые заранее знают, что не придут или отсутствуют. И члены комиссии просто оформляют бюллетени за непришедших, за определенного кандидата. За мертвую душу. То же самое. Мертвые души, так называемые. Как вот один из наблюдателей, его комментарий, что приходит человек на участок к члену комиссии, который уже заранее в сговоре, протягивает паспорт и расписывается за другого. Дальше может пойти еще на другой участок, и там тоже за заведомо не пришедшего, подойдя к члену комиссии, с которым в сговоре, получить документы на не пришедшего и также за него проголосовать. Далее, просто чисто такая уже организационная перестановка результатов, когда голоса, полученные кандидатом А, приписывается кандидату Б, а голоса, полученные кандидатом Б, приписываются, поставляются как полученные кандидатом А. Говорят наблюдатели, это наиболее опасно. Почему? Потому что, в общем-то, все фальсификации, они вычисляются на расхождении цифр пришедших, проголосовавших, в протоколах и так далее. А здесь вот от перестановки общая сумма не меняется, и поэтому такие вот эти перестановки наиболее тяжело вычислить. Наконец, выездные урны тоже используются как один из элементов фальсификации приписки голосов. То есть выезжает одна урна, вроде бы там все заполняется, да, но в итоге сдается совершенно другая урна, и вот с заранее подготовленными результатами. Такие случаи тоже имели место в практике. Наконец, фальсифицируются также повторные протоколы. Когда закончил подсчет, члены комиссии вдруг обнаружат ошибки, в первом протоколе переписывают, вписывая нужные цифры, и потом заменяют. Один еще из способов фальсификации – это порча бюллетеней. Данный вариант позволяет незаметно для других членов избирательной комиссии портить бюллетени, ставить дополнительные галочки, черточки, таким образом делая бюллетени за ненужных кандидатов недействительными. Способ фальсификации – пустышка. Это члены избирательной комиссии могут выдавать для голосования бюллетени, не имеющие подписи двух членов избирательной комиссии и печати. По закону такие бюллетени также считаются недействительными. Еще один из способов – это недействительная урна. Это когда до открытия избирательного участка урна кидается контрольный лист, который подписывается со всеми членами комиссии. И по желанию наблюдателей, кандидаты и их доверенных лиц. Если после закрытия участка кто-либо из подписавшихся не признает свои подписи, то комиссия будет вынуждена голосовать за непризнание всех бюллетеней в данной урне. Таким способом тоже, соответственно, добивается нужных результатов. Также сродни выше приведенному примеру, это недействительные бюллетени. Когда выдаются бюллетени без подписи, незаверенные членами комиссии. В итоге они также признаются недействительными. Наконец, если уже не получается добиться нужных результатов, то может быть также
проведем такой спектакль, когда журналист, наблюдатель начинает грубо себя вести и провоцировать скандал. В этом случае путем голосования комиссии, комиссия может прогнать этого дебошира, да? А дальше вот пострадавший обращается в суд, который признает выборы на данном участке недействительными. То есть в итоге даже в таком случае, кто попытается действительно добиться там своей воли хотя бы на отдельном участке, то таким способом их результаты могут быть аннулированы. Вот. Также отдельного внимания заслужит программа «ГАЗ-выборы». По признанию самих разработчиков, в отличие от практически всех подобных зарубежных программ, выпускаемых с открытым кодом, где любой человек, имея образование программиста, может самостоятельно его протестировать на наличие слабых мест, отечественная программа – это тайна за семью печатями. Никто, кроме очень ограниченного круга лиц, не имеет доступа к этой программе. Следовательно, никто, кроме посвященных, не знает, каким образом реально она работает и как формируются ее результаты. И неудивительно, что в итоге система выдает там пресловутые 146% проголосовавших за все партии. В силу таких результатов становится вполне допустимым признание разработчиков этой программы, что администраторы этой системы имеют специальный код, благодаря которому они могут вручную ввести любые результаты. Ну и как вывод, мы видим, что власть имущие никогда не отдадут захваченную ими власть. Способов выдавать свою волю за волю бесправного народа у административного ресурса предостаточно. Мы видим, с какой методичностью уничтожается экономика, государство, сам народ. И цинизм ситуации усугубляется тем, что все это выдается как воля народа. И многие обыватели на полном серьезе заявляют, ну да, мы же сами выбирали такую власть. И что же мы хотим? Кто же тут здесь виноват? Ну, лично я говорю в таких случаях, что нет, я эту власть не выбирал, я здесь не участвовал, и здесь никакой-то вины народа в том, что это происходит, нету. Но для этого, наверное, действительно не стоит участвовать в этом, в таком вот не совсем честном, скажем так, или совсем нечестном регионализации решений вот этой олигархии, который к этим решениям народ не имеет никакого отношения. Прежде чем предоставить слово следующему докладчику, немножко дополню. Вот все эти хитрости, которые применяются на уровне избирательных комиссий, они являются следствием фальсификации политической системы в целом. То есть надо превратить все избирательные комиссии в преступные группировки, которые круговой порукой скрывают вот все эти методы. Но можно все эти методы не применять, если контролировать систему ГАЗ-выборы. Что угодно, как угодно голосует избиратель, а узкая группа лиц, которая прикасается к этим программам и к конечным цифрам, объявляет результат. Вы помните, это сталинское, главное, кто считает, а не кто голосует. Вот они считают, никакого контроля со стороны избирателей, со стороны партии, само собой, потому что партии все послушные, все ручные, и они не будут ничего контролировать. Даже иногда, если где-то скандальчик возникает, он не приводит к пересмотру итогов выборов. Если вора сажают за одно его преступление, учитывая, что другие просто не раскрыты и не доказаны, поэтому он садится в тюрьму, то здесь преступление даже на одном избирательном участке не служит поводом для того, чтобы возбудить уголовное дело о фальсификации избирательного процесса вообще и отмене результата выборов. Даже на локальных участках, там, если это дело касается итога, кто стал депутатом. И заметьте, еще два сезона, у нас два парламентских сезона, две легислатуры, у нас не было выборов по одномандатным округам. Люди не знали своего депутата и никогда к ним поэтому не обращались. Обращались куда-то во фракции. Между тем, Конституция не предусматривает у нас партизации всей политической системы. Она произошла, партизация, и позволили этим партиям, фиктивным, которые партиями не являются, обрасти разными бизнес-связями,
покупать, продавать мандаты фактически, места в списке и так далее, и так далее. Лоббировать им какие-то интересы на разных уровнях. И теперь они поняли, что они достаточно прочно стоят на ногах и позволили теперь, ну опять же, под своим очень плотным контролем проводить одномандатные выборы. Ну, можно потом будет снова ведь их отменить, как они это делают. Условия выборов постоянно меняются. И поэтому это является еще одним средством квалификации всей системы в принципе. То есть не то, что там где-то кто-то, кое-где у нас порой, как когда-то пели там в известном сериале советского времени. Нет, не просто кое-где у нас порой. Кое-где у нас порой — это обычные граждане, которые подвергаются давлению бюрократии. Ну, вот очень часто учителя, где проводят выборы, где избирательные участки создаются в школах, там учителей заставляют заниматься преступной деятельностью, фальсификацией выборов. И подумайте, чему они научат следующее поколение, подрастающее в этих школах. То есть заведомо аморальные типы становятся. Я уже не говорю про руководство избирательных комиссий. Вот, то есть заведомый аморализм насаждается в течение десятилетий. И поэтому ожидать, что избирательные комиссии будут соблюдать закон, просто невозможно. Да если бы даже они и соблюдали, все равно конечная цифра будет объявлена приближенными к власти людьми, которые находятся в Центральной избирательной комиссии. Уважаемые коллеги, я хотел отметить, что многие из тех, кто сегодня выступал, говорили о том, что власть делает все, чтобы удержаться у власти. Режим, по сути дела, поставил это основной целью. А почему? В связи с чем вдруг он так борется за власть? Что она ему дает? Вот буквально передо мной выступал Сергей Владимирович, он говорил о том, какие возможности фальсифицировать выборы, как это делается. Но, наверное, за 20 с лишним лет власть действительно натарела и знает, как теперь можно фальсифицировать все, что ей необходимо. То есть она делает это, начиная от местных самоуправлений, кончая Государственной Думой и выборами президента. Действительно правильно здесь Андрей Николаевич заметил, что газвыборы и сделаны так, что сколько надо, столько и будет. Вы заметите, что раньше, сейчас я, правда, не очень вижу, что в ЦИОМ, Невада-центр давали данные о том, какой рейтинг у той или иной партии. И они потихонечку подходили к тому, что, оказывается, этот процент в конечном итоге стал основным по выборам. То есть, по сути дела, те проценты, которые определил в ЦИОМ, стали основой для Центральной избирательной комиссии. То есть, ну, разница там 1-2%. И таким образом, когда люди говорят, а как же так? Ну, вы же сами вот видите, опросы делали, вы их поддерживаете. Поэтому это такая яркий пример фальсификации выборов. Но надо отметить, что сейчас в регионах не так все просто. И некоторые там губернаторы что-то побаиваются и так далее. И вдруг здесь появляется интересная схема. Господин президент в один день меняет десятки губернаторов. Причем меняет он не на тех, кто умеет руководить, а на тех, кто ему близок. На представителей ФСБ, ФСО, МВД. То есть люди, которые будут под козырек решать то, что скажет президент. Таким образом, мы видим узурпацию власти на уровне регионов. То есть мы уже понимаем, что как бы народ не голосовал, как бы он не ставил задачу выбрать того или иного независимого кандидата, если он, не дай бог, конечно, дойдет до этого, то с этого момента они сделают так, что этот кандидат окажется там, я не знаю, где-нибудь в 5-м, 6-м или 7-м. Я на своем опыте могу сказать, когда я шел в мэры города Электростали, мы шли ноздря в ноздрю с тем претендентом, который был. Причем это действительно было так. Но когда прошли выборы, оказалось, что я в 2 раза меньше набрал голосов. Ну, как умеют ребята считать. Поэтому вопрос о том, что же будет дальше, если мы, допустим, пойдем и решим бороться с системой. А с системой бороться таким образом, как идти на голосование, бесполезно. Это что садиться с шулером играть. Вы где-то что-то выиграете, но в принципе вы проиграете. Поэтому цель и задача режима в любом случае поставить тех, кто будет
как бешеный принтер печатать законы, о которых я сегодня хочу сказать. Надо отметить, что все это делается с учетом того, чтобы взять под контроль всю систему экономики, внешней политики, внутренней политики небольшой группы людей. И эта группа известна, это олигархи и чиновники высшего уровня. Перечислять их нет смысла, поскольку все прекрасно их знаете и знаете, о чем они говорят и как они красиво рассказывают о том, что мы будем прекрасно жить в недалеком будущем. Так вот, начнем с тех законов, о которых они умалчивают, о последствиях этих законов. Вот первый шаг. Значит, для того, чтобы удержаться режиму власти, он, естественно, должен на что-то опираться. А на что он будет опираться? Тогда не было такой силы, как сегодня. Да? Это в 2007 году режим принял соглашение с НАТО о ратификации соглашения между государствами, участниками Североатлантического договора и другими государствами, участвующими в программе партнерства в ранее мире. Так вот, согласно анализу этого договора, я подчеркиваю, анализу, который провели независимые эксперты, войска НАТО имеют право беспрепятственно входить на территорию России, оказывать поддержку правительству Российской Федерации, подавлять народные волнения и осуществлять другие необходимые меры. Это еще в 2007 году наш, так сказать, режим решил себя обезопасить. Но на этом не останавливается и, значит, действует в рамках тех интересов, которые присущи олигархическому клану. Он выпускает такой закон, как 126 ФЗ. Это закон гласит о том, что мы вступили в ВТО. И когда мы обсуждали этот вопрос и встречались с тем же Федоровым, я ему задал вопрос. Я говорю, скажите, как вы могли принять такое соглашение и не прочтив даже того текста, который, не прочитав того текста, который у вас был? На что он мне ответил спокойно, ну это же корпоративное решение. Вот у нас таким образом корпоративное решение принимается по всем остальным законам. К чему мы приходим? К тому, что мы, по сути дела, теряем сегодня суверенитет страны. Поскольку суд ВТО имеет полное право, подчеркиваю, полное право закрыть, то есть, в общем-то, отменить указ президента, законы страны и принимать свое решение по тем или иным вопросам, связанным с этой организацией. То есть социальная сфера, торговля, все, что касается этого, суд ВТО может принимать решение, независимо от того, как решит президент или решит правительство. Но хотя президент и правительство, понятно, как он разрешает. Но по сути дела, мы с вами теряем суверенитет. Далее, после этого, идет шаг третий. Вот об этом я хотел бы особо остановиться. Это ТОРы. Вот сейчас у нас идет такая мощная кампания о том, что мы сегодня с вами, так сказать, максимально получим инвестиции, и что у нас Дальний Восток, Приморье, оно будет великолепно расцветать, что у нас там будут заводы строиться и так далее и тому подобное. Да, но никто не говорит, а как это будет происходить? А происходит очень просто. Сегодня, значит, закон 473 о территориях опережающего социально-экономического развития Российской Федерации, который был принят, интересно, он принят был 29 декабря 2014 года, когда народ уже готов был праздновать, его так потихонечку принимают. Причем, надо отметить, что здесь КПРФ и ЛДПР не голосовали, как ни странно. Справедливая Россия проголосовала частично, а Единая Россия полностью 100%. Поэтому получается, что вот данный закон, который на сегодняшний день создает территории, независимые территории на территории Российской Федерации, на этих территориях, подчеркиваю, они выведены из-под юрисдикции законов Российской Федерации. То есть на этих территориях не действуют такие законы
как о местном самоуправлении, о приватизации, об обязательном страховании, об иностранцах, о лицензировании, об экологической экспертизе таможенных отчислениях и также кодексов Российской Федерации, гражданского, градостроительного, трудового, земельного, лесного и других законодательных актов Российской Федерации. То есть, по сути дела, данные территории имеют свои законы. Это как может быть, на территории Российской Федерации имеются анклавы с своими законами и своей независимостью, которые, кстати, не платят налогов. На этой территории имеет право завозиться неограниченное количество мигрантов, которые, кстати, имеют полное право участвовать в армии, то есть они могут быть призваны в армию, и в дальнейшем, после ассимилирования, они могут будут обладать правами избирательными, то есть избираться и быть избранными. То есть, по сути дела, мы с вами получаем новые посты. То есть, когда на наших территориях нам будут указывать, что нам делать, а вообще нужны ли мы вообще там, на этой территории. То есть, когда идет разговор о том, что эти территории мы даем для того, чтобы привести инвестиции, это ложь. На 70 лет отдать в аренду территории транснациональным корпорациям и Китаю, это, по сути дела, уничтожит страну. По сути дела, уничтожит страну. И сейчас наши СМИ, которые, так сказать, подконтрольны власти, везде информируют о том, что великолепно, у нас сейчас открылось, у нас там началось и так далее. А где же экономические зоны, о которых мы с вами уже не слышим, о которых, я помню, так долго и много говорили, что там великолепно все будет, и там люди будут жить прекрасно. Что-то у нас разрыв в 16,5 раз между богатыми и бедными. Это официальный разрыв в 16,5 раз. Это, по сути дела, африканская страна. Вот такие территории мы с вами сегодня получили. Надо отметить, что, по сути дела, кроме того, что они приняты незаконно, то есть они нарушили 7 статей Конституции и Конституционного закона, все-таки правительство наплевало на это решение, президент на это, так сказать, снисходительно посмотрел и подписал. То есть вот вам результат деятельности данного режима. Далее, что мы сегодня имеем? Мы имеем с вами легализацию ювенальной юстиции. Мы долго боролись и в ПДС, и в РНФ о том, что нельзя на территории Российской Федерации включать и дать возможность действовать ювенальной юстиции. Однако сегодня, после того, как в конце своего, так сказать, правления Государственная Дума вносит в статью 116 УК поправку, где, по сути дела, легализует ювенальную юстицию следующим образом. Теперь за шлепок в семье ребенка, если ты шлепнул, можно получить 2 года. А за то, что ты морду набил, извините за грубое слово, на улице, ты платишь 40 тысяч рублей. То есть, что получается? Что в данном случае родители, они становятся бесправными. Они не могут на ребенка накричать, уж не дай бог подзатыльник дать. То есть, таким образом, соответствующим образом к нему придут и скажут, либо вы сядете, либо мы изымаем у вас ребенка, поскольку у вас неблагонадежная семья. И отдадим ее в другую семью, более благонадежную, и не исключено, что в иностранную. Вот таким образом рушится ядро государства, рушится семья. То есть, по сути дела, мы с вами получили то, что культивируется сегодня, шантаж родителей и доносительство со стороны детей. Известно, как на Западе это делается. У меня есть знакомые, где 14-летняя девочка, бабушке и маме говорит, если ты будешь на меня кричать, я просто позвоню и с вами разберутся. Приедет полиция, наденет на вас наручники. То есть понимаете, что получается? Мы подрываем устои общества. Не мы, а власть. Режим. Поэтому это один из основных моментов. Но режим перешел к кастовому обществу. Он, по сути дела, принимает 3 июля 2016 года такой закон, который освобождает от уголовной ответственности
и, значит, с назначением судебного штрафа. То есть получается, что если я избил кого-то, и этот человек обратился, чтобы меня арестовали, посадили за побои, ему говорят, извините, мы вас не можем посадить, поскольку есть такой закон, ФЗ 323, где есть судебный штраф. То есть я могу, извините, еще раз на доброе слово, набить морду, заплатить, соответственно, около 250 тысяч рублей, и ни больше ничего ко мне не будет применяться. Но самое интересное, в этом законе сказано, что если я не заплачу эти 250 тысяч рублей, то меня завтра арестовывают и сажают. Для кого такие законы делаются? Но соответствующие эти законы делаются для тех, кто имеет деньги. То есть, по сути, мы переходим к кастовому обществу. Им все дозволено, а нам не дозволено. А примеров тому масса. Ну, пример дела оборонсервиса Сердюкова, где было похищено порядка 6,7 миллиарда рублей, и где Сердюкову за закрытым указом 20 марта 2012 года экс-президент господин Медведев вручил звезду героя за работу очень хорошую в Министерстве обороны. После чего соответствующим образом он был выведен из-под уголовной ответственности. Да, Васильеву взяли, да, ее арестовали. Где она сидела, непонятно. Правда, показывали какой-нибудь маникюр, как она там в этой камере ведет. Сидела ли она в камере или нет, мы не знаем. Но то, что им вернули все ее богатства, которые она нажила непосильным трудом, все это знают. То есть плевок в народ очевиден. Второе дело Анна Шевенкова, которая сбила насмерть одну женщину, это дочь председателя Иркутского облсполкома, избирательной комиссии, извините. Так она отделалась легким испугом. Ей за данное, так сказать, убийство, потому что она, по сути дела, убила человека, дали, если я не ошибаюсь, 3,5 года со срочкой на 14 лет. А потом, через некоторое время, сняли судимость. Вот, а интересно, в это время Самарский суд Юлии Кругловой, которой 4 ребенка имеет и беременная, 5, дали 3 года поселения. Вот вам законы. Как трактовать? 16 тысяч законов напекла наша Государственная Дума, в которых разобраться невозможно, которые могут трактовать как хочешь. А вот то, что было на Ленинском проспекте, когда вице-президент Лукойл Анатолий Паркин практически угробил, но не он лично, а его водитель, 35-летнюю Ольгу Александровну и еще врача, Сидельников. Так камеры, оказывается, были выключены, ничего не доказали. Вначале, приехала патрульная служба, сразу сказала, что здесь Александровна виновата. И как это могло быть? Вообще-то суд признает виновность того или иного. И когда уже началась, шумиха, начали выкручиваться. Ну и выкрутились, конечно же. Все равно признали то, что Александровна в принципе виновата. Это вот вам подготовка к тому, что у нас называется, созданием кастового общества. Так вот, я хочу сказать, что, я извиняюсь уже, да, буквально штрихами. Создана Национальная гвардия для каких целей, вы знаете. По сути дела, Национальная гвардия сейчас будет защищать всю политику режима, но мне говорят так, да, вы, то, что Яровая, у нее там, закон тотального, контроля за людьми, это все мы слышали. Но задают так, а что вы можете предложить, а вообще что делать? Вот есть ли у вас какие-то решения? Так вот я хочу сказать, что на протяжении 5 лет нами, национальными патриотами, досконально проработана система власти, работающая в интересах нашего народа, направленная не на уничтожение, не на геноцид народа, а на возрождение России.
Нашими учеными экспертами подготовлен проект Народной Конституции и более 200 проектов законов конституционных, по которым должна жить страна и которые должно обсуждать общество. Мы ставим задачу ликвидации класса олигархов и возврат наворованного ими народного достояния, а сейчас это называется национальным достоянием в рекламе. Оказывается, это достояние национальное. Его исконному владельцу вообще народу, а не олигарху. Мы заявляем, что каждый гражданин Великой России с момента его рождения должен получать дивиденды за использование природных ресурсов, которые по праву он должен получать. И мы в этом проекте Народной Конституции включили этот пункт. Так что мы должны сделать? Буквально коротко. Если мы считаем себя национал-патриотами, обязаны активизировать работу по консолидации всех здоровых сил в регионах страны, объединив их в единый фронт борьбы за свое право жить достойно. Мы должны развернуть кампанию во всех доступных для СМИ по кардинальной смене действующей системы власти, разлагающей основы государственности. Мы должны довести до нашего народа всю лживость, проводимую режимом политики, провести пропаганду нашей позиции и наших предложений, обратиться к народу за поддержкой предлагаемых нами изменений. Мы просто обязаны не допустить возможного развала страны и дальнейшего разграбления действующим режимом. Режим рассчитывает на апатию граждан и одиночные локальные выступления, которые подавить для него не составляет труда. Но он не рассчитывает на консолидацию по всей стране сил, противодействующих этому беспределу. В этой связи мы призываем все здоровые силы начать консолидацию за право жить достойно нашему народу в нашей великой стране России. Спасибо. Александру Кузьмичу Иванову Сухаревскому «Русское мировоззрение и основа позиции патриотов на камне выборов». Приготовиться в рубрике. Почти два часа я слушал внимательнейшим образом, да и вы все, плач. Мы плачем, плачем, плачем. И делают они то, и делают они так, и делают они это. И кто ж тогда вообще может всему этому противостоять? Мы, русский национальный фронт, решили, мы можем этому противостоять. А как? Надо разобраться в том, что творится в стране. Обличениями просто. Закон о торах, подлог выборов, карусель. Ничего не сделает. Такими обличениями занимаются и либералы. Ну, в частности, фонд борьбы там с коррупцией Навального, он такие хорошие факты воровства представляет в интернете, что думаешь, да что же народ не хватает дубины и не идет громить эту олигархию. Нет, а народ спит. Спит. А почему? А потому что в стране правят жадность и страх. Простая жадность и страх. У государства, которое называется Российская Федерация, нет никакого мировоззрения. Это даже декларировано в этой писульке, называемой Конституция. Когда-то ее называли там женой Константина на Сенатской площади. За императора Константина и жену его Конституцию. Мы привыкли к этому и к Конституции. И некоторые люди говорят, что эта конституция плохая, она не дает развернуться Путину, который на самом деле прекрасный и хороший управитель. Если его убрать, то все развалится. Да и так все уже развалилось. Развалилось. В стране хаос. Это чудо, что мы существуем в единых еще границах. За счет чего? За счет жадности и страха.
Но это не мировоззрение. Мировоззрение рождается кровью человека, его исконной природой. Придумали там разнообразные иудеи, психологи, психиатры, название архетип. А это кровь человека. Наша кровь когда-то была перепрограммирована, но не полностью, в 988 году крещением Руси, и в итоге была создана империя, но она оказалась непрочной и развалилась ударами тех, кто боролся с православием. И вот теперь, когда нет мировоззрения, Кремль взял мировоззрение православия. А православие говорит: смирись, Нагорная проповедь. И получается, я говорю, нет у них мировоззрения, а у них есть мировоззрение. Священники выходят, говорят, на все воля Божья, и эта воля Божья говорит, что надо терпеть, терпеть, подставить левую щеку. Но если Путин крестится, он должен подставить нам, Русскому национальному фронту, свою левую щеку, потому что мы ударим по правой и говорим, что ты делаешь. Он этого не делает, значит, что это? Ложь? А кто тогда лжет? РПЦ или те, которые стоят? Нет. Потому что, повторяю, миром этим, в котором мы живем, правит жадность и страх. Жадность эта вызывает страх за свою жизнь. И вот жадность и страх являются единственными стимулами для принятия всех государственных решений. И в этом плане можно понять и национальную гвардию, и переподчинение разнообразных вооруженных отрядов. Это все жадность, вызывающая у самой себя страх, хочет сохранить. Но это не мировоззрение. Ни одно государство в мире не существует долго без мировоззрения. А в наше время, получается, существует целых 25 лет. Почему? Да потому что есть ядерное оружие. Ну кто сунется на страну, которая может нанести удар? И тогда на что нам надеяться? Здесь мои соратники плакали о том, что выборы, они нечестные. Да выборы всегда были нечестными. И в Новгороде это были подкуп. И в Древнем Риме там откровенно разрешалось покупать голоса за пределом черты городской и так далее. Выборы могут быть только прямыми, непосредственными. Вот в село возьмем, которое еще осталось. И люди там должны выйти просто и стоять. Должны кандидаты перед ними выйти, так, 2, 3, 20, и каждый должен из них говорить им, что он хочет, и так по всей стране, и это растянется на год, а может на годы, но это будут выборы, а так никаких выборов никогда не было и не будет. Но это чушь собачья, это же иудейские уловки, четыреххвостка называлась это при царе, выборы. Поэтому ну что же нам делать тогда? Бойкотировать выборы? Да это мушиный укус для них. Я хочу сказать, раз этим миром правит страх и жадность, то нам ничего не остается, чтобы принять эти условия и декларировать свое национальное мировоззрение. Нам нужно сохранить наш народ. Не надо нам знать, сколько там пенсий выплатили. Нам надо знать, сколько детей родилось в Курской области и в такой. И что для этого делает правительство? Дает ли оно квартиры, дает ли оно деньги матерям и так далее? Нет. Этой власти. А вы сами знаете, чья это власть? Вы сами знаете, чья это власть? Ей не нужен русский народ, ей нужно население. Потому что будущее этой власти – корпорация. А корпорация – порождение мегаполиса. А мегаполис – это чрево сатаны, то есть банка. Иудеи сами говорят об этом, пишут сейчас книги. Мы у арийцев отняли Бога, отняли монарха и дали им банк. Значит, сейчас все меры правительства – сводятся к тому, чтобы сохранить банковскую систему.
и только банковскую систему. А где банк существует? В мегаполисе, за счет кредита и так далее. Но это все можно объяснять долго. Я могу час рассказывать об этом. Но главное я хочу здесь сейчас предложить. Мне надоело плакаться. 22 года или больше я сражаюсь с этой гидрой. Но я пришел к одному выводу. Мы живем в управляемом мире. Тотально управляемом. Такого возможного ресурса управлять массой, сознанием не было ни у Гитлера, ни у Сталина, ни у Муссолини, ни у фараонов, ни у кого. Телевидение и интернет и тотальный контроль. Вот эти вот мобильные телефоны, эти гаджеты. И это химическая продукция, я имею в виду продукты питания, которые не дают развернуться голодному мору, который был у нас в Поволжье или был искусственно устроен. Подкормят публику химическими продуктами. Что нам делать в этом управляемом мире? Принять и участвовать в выборах президента этой РАФы. Попытаться при помощи этого консолидировать людей, может быть, они нас услышат. Ведь наше несчастье, что нас лишили связи с народом, вот это управление. Я предлагаю президенту, или Савельев, или я, ну, наверное, Савельев, он моложе, и мы консолидируемся, и пойдем, и, может быть, хоть кто-то нас услышит. Но надо быть откровенными, ходить под статьей тогда. Ну, когда разрешат пропаганду, я думаю, могут даже и пропустить нас через фильтры разные. И тогда мы выйдем со своим русистским мировоззрением, в котором сливается и народный, и национальный социализм, исконно русский, ибо мы народ общинный. Мы всегда русаки были в общине, и глупец Столыпин, который стал ее разрушать, потому что капитулировал перед долларом и золотым рублем, введенным в империи. И это оказалось, наоборот, очень медвежья услуга для всего русского народа. И вот мы должны свой русизм сказать, что вера разделяет, потому что разве можно сейчас верить патриарху Кириллу, когда он выполняет партийное задание? Сохранить состояние, яхты и все то, что им так нравится, в руках у этих людей. И переводит все на старушек, которые должны все простить, все забыть, потому что Бог велел всех любить. Но повторяю, кто и где из священников и из тех, кто крестится, исполняет Нагорную проповедь? Бога в обществе сейчас нет. Это фикция. Где-то есть праведник. Где-то молится. И может быть поэтому мы живы и еще здесь сидим. Но запомните, Бога нет, коли его никто не принимает в расчет ни в быту, ни в политике. И давно уже нет. Ницше был не дурак, когда сказал, правда после он умер, что Бог умер. Бог в народе, рассеян, в народном сознании. Но народ, не хочу историю вспоминать, раскулачивание, расказачивание, индустриализация, переселение, освоение жилищных, целинных земель и так далее уничтожили нас как общность русскую. Существуют намады, атомы такие, которых в возрасте 17 лет, если он русак чистый, проявляется, и мальчишка выбегает и начинает ночью бить таджиков, узбеков, потому что он русак, голос крови в нем говорит. А потом дальше конформизм вышел, семья, дети и так далее. Ну не мне вам рассказывать, как судьба обтачивает человека и делает его голышом. Нет сейчас мировоззрения у этого правительства, и не будет. Значит, этот строй обречен, предрешен. Но нам надо попытаться, перед тем, как все это рухнет, выдвинуть из своей среды хоть одного, который
будет говорить народу, что народ, ты наше все, твоя кровь, твои обычаи. Потому что, смотрите, мы таем на глазах, мы унижены, мы оскорблены. Вы посмотрите, сколько блондинок ходит с черными, они родят ублюдка. Ублюдки породят ублюдочную культуру. Ублюдки, ублюдки. И нет Руси-матушки, нет. Кто виноват? Да, Господи! Виноваты церковники, которые царя предали первые. Капиталисты его арестовали с сумасшедшими генералами, а церковники предали царский принцип власти. Царь милый, добрый, не диктатор. Не диктатор. А сейчас наш народ, забывший царский принцип жизни, хочет диктатора. Я это чувствую, и вы это видите. Нужен диктатор. Но лучше русский диктатор, чем какой-то иной. А для этого примем эти дьявольские правила и зарегистрируем нашего представителя Русского национального фронта в президенты, начнем готовиться к этому, и как раз это, кажется, в 2018 году. Да можно такую пропаганду развести. Во-первых, зачем этот дорогущий чемпионат мира? Он себе создает реноме, авторитет, он хочет быть принят в круге золотого тельца, он сейчас временно он спасает свою шкуру, играя по разным правилам, но ФИФА все равно на его стороне, значит, там не все так плохо для него. А мы поднимем народ, потому что уже Нацгвардия, сегодня сообщение, будет вышвыривать людей за неуплату. За неуплату. Посмотрите, надо учиться революции, где? На Украине. Народ там восстал. Восстал против олигархов. Как и мы здесь его зовем, все. Но у него олигархи украли все. Все украли. Вальсман, Порошенко. Почему? Подставные лидеры были. И Тигнебок подставной лидер был, и все. Когда нужно взять на себя смелость, ответственность. Я знаю, что сделать. Он в кусты. И появляются какие-то другие типы. У нас так уже было. У нас так было Руской. У нас так был. И Баркаш. А теперь мы попробуем по-мирно. Я настаиваю на этом. Мне надоели эти разговоры. Написаны десятки книг. Все очень умные. Но у кого в голове Ленин, у кого в голове царь, у кого... Мы русские, поэтому вера должна быть одна, в кровь нашу в русскую. И только святость имеет право власти. И тот, кто станет этим президентом, должен сказать, я буду носить одну рубашку, буду носить один пиджак, у меня ничего не будет. Потому что нам надо торопиться. Идет генетическая революция страшнее информационной. Когда генетические эксперименты придут к тому, что они будут бессмертны, и тогда мы окажемся в каком-то фантастическом романе, в котором навсегда будет завершена пирамида власти, наверху богачи, а внизу стадо, желательно перемешанное, в 40 гипермегаполисах планеты. И конец тогда всему. И тогда мы заплачем, но будет поздно. Поэтому давайте примем участие в этих подлых, в этих очень запутанных президентских выборах. Соберемся, кто все здесь есть и приходит на наши конференции, и выдвинем, и создадим штаб, и дадим им бой, потому что мы уже знаем, как выдвигался там этот и Ивашов, и Миронов. У нас есть уже опыт, и мы уже так просто не сдадимся. Поверьте мне, я в этом уверен, и поэтому скажу, что русская диктатура лучше той, которая сейчас. Я сказал все, но настаиваю, чтобы вы эту мою мысль поддержали. Я знаю, руки опустились. Я знаю, все уже устали. Я знаю, что этот режим как никогда силен. У него нацгвардия, вооруженные отряды. Все это насилие через телевидение, деньги, страх, все. Но это все равно, процитирую, стена гнилая.
Если стена сильная, у нее есть мировоззрение. А когда жадность и страх правят, это конец близок. Но мы все позорно погибли. Я не хочу позорно погибать. Посмотрите, мы уже Азиопа. Мы уже все, Москва-бат. И патриарх говорит, мусульмане наши братья. Какие они братья? У них был лжепророк. Напечатано было при царе. Как это так? Мы терпим эту ложь. До каких пор? Я говорю, для чего темперамента? Чтобы вы поддержали эту мысль. Из Русского национального фронта выдвинем кандидата в президенты и доведем его до выборов. Один говорит. Все. Прежде всего, хочу поздравить Владимира Васильевича Квачкова. У него сегодня день рождения. Здоровья вам! Здоровья вам, Владимир Васильевич, сил и свободы. И свободы России. Ввиду того, что по своему национальному и культурному признаку данный режим, который окопался в России, не является русским. Ввиду всего этого мы сейчас наблюдаем массовые посадки русских патриотов. А ввиду того, что экономическое положение данного иудо-олигарха режима крайне сложное, то ему страх диктует такие меры, как заводить дела подряд на огромное количество русских националистов, как на лидеров русского движения, так и на простых людей. Мы столкнулись с тем, что судебная система в России превратилась в имитацию судов. И в судах вообще невозможно себя защитить. А деградировавшие прокуроры и следователи, они просто встают в судах, они не доказывают вину больше обвиненного. Они просто встают и говорят, что поддерживают ранее написанное обвинение. И в данном случае, конечно, очень сложно защищаться, и необходима поддержка общества для того, чтобы как можно больше людей присутствовало в суде. Потому что они считают нас, они считают, сколько нас в суде, и передают высшую информацию. Мы столкнулись с тем, что режим отнял у русского народа документальное подтверждение нации, но при этом одарил русский народ 282 статьей. По 282 статье невозможно никаким образом доказать, кто есть кто и кого ты в принципе осуждал. Но тем не менее, раз за разом мы наблюдаем, что людей выцепляют из контакта и заводят на них дела. Я помню такой случай, когда молодой парень ко мне, совсем молоденький парнишка, обратился. Его вывезли из работники центра Э к озеру, в одну руку вложили гранату, а в другую наркотики. И сказали, вот это твое будущее, давай сотрудничать. Конечно, они прежде всего пугают и предлагают сотрудничество. Правоохранительные органы в России сейчас самые настоящие преступники. Это и есть экстремисты и террористы. И заводят они дела на русских национал-патриотов только по одной причине, что они обслуживают олигархорежим. Олигархорежим хочет воровать у народа, и для этого все устроил так, для того, чтобы ни в коем случае русский народ не мог никаким образом объединиться, никаким образом не почувствовал себя русскими. Русских националистов не допускают до выборов, русских националистов сажают перед выборами. Что мы сейчас и наблюдаем? Вот сегодня у Юрия Анатольевича Екишева в Мосгорсуде было судебное заседание. Ну что, продлили, как всегда, до конца октября его нахождение в тюрьме. А между прочим, у человека несколько грыж в спине и диабет. Ну вот
как бы отпускать Васильеву, да, под домашний арест, они могут. А Екишева за какое-то видео, там, за какой-то пост, который они еще не доказали, был он или нет, да, но они будут держать до бесконечности долго. Конечно, они боятся именно русских националистов. Почему? Да потому что русские националисты – это представители русской нации, это наследники земли русской. И из-за этого репрессии направлены именно в отношении русских национал-патриотов. Самый яркий пример преследования иуда-олигарха режима в отношении русского националиста – это вот пример с Владимиром Васильевичем Кулачковым. Он сидит уже 9 лет. И сейчас вместо того, чтобы выпустить его по УДО, они взяли и соорудили ему новую статью по 205 часть 2 о том, что он якобы оправдывает там терроризм. И в результате, вместо того, чтобы извиниться, выпустить хотя бы на каких-то условиях, они настолько сильно боятся его слова, слова правды, что они сейчас собираются его заново судить. Юрий Анатольевич Екишев, в отличие от экспертов Центра Э и ФСБ, не объединял евреев, иудеев и жидов в один ранг. Ну, как мы видим по экспертизам спецслужб, именно они разжигают по полной программе. Именно они объединяют всех в одну кучу. И таким образом они стравливают общество максимально, насколько это возможно, заранее обвиняя человека в том, в чем он и близко не участвует. Уже больше года лишены свободы Валерий Парфенов, Юрий Игнатьевич Мухин, Кирилл Барабаш, Александр Соколов. Люди хотели провести референдум по теме ответственности власти перед народом. Ну и вот в результате оказались в тюрьме. Вот они сидели в тюрьме, а когда общество начало высмеивать вот эту ситуацию, когда то, что положено в Конституции нашему народу, да, вот за это ИГРП ЗОФ в составе 4 человек сидит в тюрьме, да, когда люди начали высмеивать, то вот Следственный комитет решил обвинение переменить. Ну так легко. Раз, сидели заодно, и а теперь они сидят за распространение экстремистских материалов. Суханов, адвокат, бьется, там подает жалобу, его не допускают, свидания не дают. Вот такие у нас экстремисты в нашей стране, да, они отрезают детям головы, взрывают автобусы, и тем самым общество находится в состоянии стресса постоянного, да, что для системы управления очень важно, чтобы люди были разрознены, боялись. А с другой стороны, те, которые хотели следовать Конституции, они оказываются в тюрьме. И невозможно ничего делать, потому что судьи всегда поддерживают сторону обвинения в нашей стране. Даже при Сталине и то в 10 раз было больше оправдательных приговоров. Вы понимаете, что происходит? А Следственный комитет, прокуратура и всякие остальные службы, они полностью выполняют приказы олигарха режима. Вот в чем мы находимся, и вот люди, которые там начинают давать советы, как бороться в судах, они не понимают, им нужно просто походить почаще в эти суды, чтобы понять, что происходит у нас в стране. У тебя права на защиту нет, особенно если ты политически заключенный. Вот в отношении меня, ну, назвать репрессиями это пока сложно, а пугают. Значит, что произошло недавно? Нашего админа группы поддержки политзаключенных долго-долго мурыжили на почте, около 2 часов. Ой, мы не можем отправить, можем, не можем, подождите, сейчас отправим. И в результате, как бы он уже развернулся уходить, выходит, а его полиция встречает. Это значит, работникам почты дали задание потянуть время до приезда полиции.
Это целая спецоперация была совершена в отношении админа поддержки, группы поддержки политзаключенных. Значит, они его везут в ОВД Очаково-Матвеевское, там допрашивают, спрашивают, почему вы помогаете террористам. Значит, все русские националисты для этой власти террористы и экстремисты. И по-другому они никаким образом не хотят представлять русскую политическую прослойку. В общем, админ там ответил на вопросы, что скрывать нечего, что мы полностью открыты. Мы помогаем людям, которые сидят в тюрьме. Это акт милосердия. Ну, как бы к этому времени еще четверо гражданских подъехали, поспрашивали про меня. Вот. А вчера, помимо всего этого, еще участковый вызвал нашего админа и сказал, что он теперь состоит на учете. А админ спросил, а в чем я виноват? Ни в чем. А в чем меня обвиняют? Ни в чем. Вот такая ситуация. Как бы, следователь Талапа сказала, что на меня заведено дело. Заведено дело по статье 282. Ну, мы пока не можем понять, потому что они не считают нужным вообще отвечать о том, что заведено дело, не заведено, запрос отправлен. Тем не менее, они не отвечают. За это время Крамаренко выгнали, который вот руководителя Следственного комитета ЦАО, да, его выгнали, потому что он в преступном сообществе участвовал. Между прочим, это преступное сообщество убивало людей. Но по сведениям СМИ, насколько мы знаем, они убивали одиноких москвичей для того, чтобы завладеть их квартирами, помимо того, что кадыровских бандитов там отпускали, вот другие бандиты там, которые стреляли, отпускали, да? Вы понимаете, кто судит и сажает в тюрьмы наших соратников? Самые настоящие экстремисты и террористы. Вот в чем дело. И вот с такой действительностью мы столкнулись. Поддержки нам неоткуда ждать. Все правозащитные организации, системные, несистемные, вписаны в эту олигархскую систему. Западные правозащитные организации тоже ангажированы олигархорежимом. И в результате как бы, мы можем полагаться только друг на друга. Помогать друг другу, поддерживать семьи политзаключенных, потому что режим сразу начинает такие условия создавать, чтобы родственников там увольняли с работы, дети были запуганы. Надо отметить, что они сейчас придумали, уже прилично так придумали такой вариант, как тебя без суда просто-напросто заносят в список экстремистов и террористов, да, и потом ты не можешь ничего получить, ни своих денег, ничего. И в результате потом ты даже отсидишь, выйдешь, ты не можешь устроиться на работу. Вот такая ситуация. Полный произвол со стороны правоохранительных органов, которые являются халуями олигархорежима. Понимаете, халуи олигархорежима, преступники, экстремисты, террористы. Они клялись они, понимаете, что? Они клялись народу, защищать народ. А защищают они олигархорежим и служат они именно ему. Вот что у нас сейчас происходит. Понимаете? Они вводят каких-то в суды, каких-то засекреченных там свидетелей обвинения. Никто их не видел, никто их не знает, но эти свидетели обвинения вещают о том, что они там что-то слышали, что-то видели, и этих свидетелей никому не показывают. А потом за тебя 100 человек свидетелей защиты придет заступиться, и суд скажет, что они не считаются, и твои экспертизы тоже не считаются. Понимаете, что происходит? Все, это война против русского народа, против активистов русского движения. Это самая настоящая война. Сажать они будут еще больше, практически на всех уже заведены дела. Они до поры до времени лежат, эти дела. Если ты публичный человек, то обязательно дело на тебя уже состряпано. Вот что нам делать? Только поддерживать еще сильнее друг друга. Распространять информацию, чтобы общество как-то подключалось, потому что
когда скосят нас, потом это коснется уже остальных, и все люди, все наши граждане должны понимать, что это дальше коснется их. Что же я еще хотела сказать? Есть время? Минута? Ну, еще раз поздравляю Владимира Васильевича Квачкова, потому что для них он страшен, потому что он не сгибаем. Они хотят показать, что русских героев нет, но русское движение сильно именно русскими героями. И русский народ жив, и тем не менее, Бог все видит, и нам надо держаться друг друга и поддерживать друг друга. И сила наша в правде. Спасибо. Мне кажется, Владимир Васильевич Квачков — это как раз тот самый кандидат в президенты, которого мы должны выдвинуть в 2018 году. Заключительным словом выступает Сергей Алексеевич Евстифеев. Не то, что заключительное слово, а некоторое обобщение того, что было сказано. Тема сегодня грандиозная, значит, очень объемная, обсуждалась. И только часть информации по этим партиям, по парламентским, по ОНФ и прочим делам, только часть была оглашена, часть их преступных деяний и так далее. Но, тем не менее, можно кое-что констатировать. В первую очередь надо констатировать то, что деполитизация населения усилиями федеральных СМИ достигла высочайшего уровня. Представляете, ситуация, когда, значит, огромная часть населения, электората или как угодно сказать, значит, обыватели, они очень интересуются судьбой футбольной сборной, теми проделками примитивными, которые футболисты там выделывают в ресторанах и так далее, а в то же время судьба разрушающейся страны и будущего своих детей интересует только какую-то мизерную часть населения. Вот до чего мы дошли. Значит, к месту будет, наверное, такое вот сравнение. Ну, вы знаете, недавно было в Турции, была произведена попытка государственного переворота, в результате которой, значит, арестованы сотни генералов и полковников и так далее. Судьба их неизвестна нам, вряд ли она будет столь жестокой, тем более, что похоже, что это был в определенном смысле подстроенное все это дело, фарс, это игра определенная политическая. Вот. А у нас, значит, якобы, значит, инициатором свержения режима Владимир Васильевич Квачков, который сегодня уже упоминался несколько раз, осужден на 8 или там, на 9 лет, я сейчас точно не помню, так, под смехотворными всякими фактами, выявленными следователем, который, ну, вообще, ну, совершенно несерьезно было даже выставлять при таком вот таком суровом наказании и так далее. Обвинен один полковник, и вот сидит уже скоро чуть ли не 10 лет. Вот. Ну, вы представляете, для чего это сравнение? А для того, чтобы доказать какого невиданного триумфа самовластия и мнимой стабильности своей власти добился наш президент, так называемый лидер нации. Вот. Ну, в таких случаях обычно говорят, что Эрдоган и другие там руководители других государств могут спокойно курить в сторон, нервно курить в сторонке. Ну, такое вот есть тема. Вы представляете сравнение, что там происходит и что у нас? Подавлено национальное движение и национальная мысль полностью. Вот такие дела. И в то же время мы можем уверенно утверждать, что Путин не хотел произносить это слово, но тем не менее, что наш так называемый национальный лидер лично контролирует все репрессии, все посадки, которые относятся к нам, к русским патриотам, вне всякого сомнения. Какими же средствами достигнута устойчивость и несменяемость российского режима, ведущего прямой дорогой к разрушению государства и угасанию нации? Ответ очень простой. Это ложь. Ложь, тотальная ложь, которая исходит
из Кремля и терроризируется средствами массовой информации. Ростки правды зачищаются на этапе всходов, не успев расцвести в сознании задураченного доверчивого населения. Более 3000 источников информации запрещены. В тюрьмах сотни людей, которые посмели предметно критиковать власть и лично нашего так называемого национального лидера. Огромная армия сотрудников, следящих за порядком, порядком в кавычках, которые сидят в интернете на специальных должностях, об этом все знают. Мы являемся свидетелями, зрителями и участниками грандиозного спектакля, представляющего торжество, в кавычках, торжество демократии и народовластия в огромном театре под названием «Россия». Главные актеры в лице кремлевских чиновников и парламентских партий в течение десятков лет продолжают произносить все те же патриотические сентенции, речи, имитирующие государственную деятельность. Очередной акт вот этого спектакля под названием «Выборы 2016» не предвещает никаких сюрпризов. Места в бюджетной кормушке распределены, место в правительстве и высшем депутатском корпусе стоит миллионы долларов. Обычный порядочный человек, в более случае оказавшийся в круге избранных, не сможет длительное время сопротивляться внутренним правилам этой сложившейся ОПГ. Отбор давно произведен, установлена стабильность, нарушать которую никто не даст. Игра в справедливые выборы нужна лишь пенсионерам, неисправимым романтикам для самоудовлетворения. Есть ли свет в конце тоннеля? И да, свет есть, он может появиться, если думающая часть населения первой прекратит смотреть телевизор. Это уже практически такие рекомендации. Возможно, их кто-то послушается. Прекратить смотреть телевизор и читать многотиражные СМИ. Второе. Критически осмыслить деятельность и роль существующих партий, источники их финансирования. Третье. Осмыслить, для чего Кремль создает движение ОНФ, НОД, карманную общественную палату, молодежные движения, с какой целью спекулирует на победе наших отцов и дедов Великой Отечественной. И четвертое, наконец, самое главное. Поймет, что России, как воздух, нужен национальный путь развития. А власть в стране антинациональна. Преодолеть официальную ложь и освоить поставленные вопросы не так уж и сложно. И тогда люди поймут, что доверять можно лишь тем, кто не финансируется Кремлем и из олигархических источников продолжает, а проявляет инициативу, руководствуясь лишь зовом сердца, души, опираясь лишь на свои личные силы и поддержку соратников. Кто же входит в число таких людей? Ну, это, безусловно, таким носителем здоровых идей, планов и помыслов является наш Русский национальный фронт. Это можно заявлять совершенно смело, не кривя душой и уверенно. Поэтому мы представляем для властной олигархической группировки самую ненавистную силу. Об этом уже сегодня неоднократно говорилось. Власть ищет малейшие зацепки, чтобы репрессировать патриотов из наших рядов. Россия может быть спасена только усилиями патриотов коренных национальностей. Наша роль будет неизбежно возрастать. Путь к свету лежит через революцию в сознании масс. Слава России, Россия, русская власть. Ну вот все. На балоте вы можете подписаться, значит, предварительно подписи стоят членов штаба Русского национального фронта, мы представляем разные организации, вот, да, подписи еще поставлены, мы просто предлагаем, тот, кто готов подписаться, вот сейчас подойти, и мы опубликуем это на страницах интернета.